הכנה לשיעור מתוך כתבי רבש כרך פט, איגרת כף דלד. отрывок для подготовки к уроку, стихов Рабаша, второй том, письмо 24. Ты должен стоять на страже для пробуждения любви в сердце товарищей. И это не принимается твоим сердцем как вещь достойная. Именно это, я вижу для тебя, является крайне необходимым. Так как известно тебе из текстов моего отца и учителя, что на отношениях между человеком и его товарищем учатся вести себя в отношениях между человеком и Творцом. Поскольку высший свет пребывает в совершенном покое, и нужно все время пробуждать любовь, пока не пожелает быть любовью нашего соединения. Ты должен всегда стоять на страже этого, днем и ночью. То есть, и то время, которое ты ощущаешь как день, и то, которое ты ощущаешь как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь. То есть, и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей, так, чтобы пламя поднялось само, как написано мудрецами о высказывании, когда будешь зажигать светильники, и за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца к нам. Я думаю, что
Все почувствовали, что такое день и что такое ночь. Насколько наступает отсутствие желания, равнодушие, отсутствие вкуса, желание что-то слышать о работе человека, об исправлении человека. Снова говорить о любви, снова говорить об объединении. И снова о чем-то. И насколько иногда, когда возникает дух, подъем, человек находит в каждом таком слове большого воодушевления, что у него слезы наворачиваются, что он хочет и способен на все. И все это мы видим, как мы слышим, что на наш действует какой-то грамм света, несколько грамм света, чуть больше, чуть меньше, в этом зависит вся наша жизнь, и смерть, и все настроение, туда или сюда. А мацавим аэлю баим элейну. Эти состояния даются нам, чтобы мы поняли, что мы должны быть выше их. Совершенно не впечатляться от них. Представьте себе, возможно ли это. Обратите внимание, как вы находитесь в подчиненном состоянии, под этими состояниями, насколько они управляют нами, и ничего не поделаешь, хорошо это или плохо, радостно или грустно, и как быть выше этого? Это выше света, который на нас действует, я должен быть? Нет. Выше света я не могу быть. А я могу быть выше воодушевления кли, потому что мое воодушевление в получающих кли. И как я могу удерживать себя выше этого ощущения хорошего или плохого? Устремляюсь и готов на все, на дачу, на духовное, или наоборот, ничто не может меня сдвинуть, я мертвый, хочу только спать и забыть. Как я могу быть выше этих состояний? Говорят, попросил света, только не просил света быть в хорошем ощущении. То, что мы обычно можем попросить, даже в самых плохих состояниях. Ну, допустим, в самом плохом состоянии мы не можем просить ни о чем. Мы хотим только отключиться от этого состояния и все. Войти в какое-то воодушевление, может быть, от этого мира, от чего-то, только забыть, не чувствовать плохого состояния. Но есть состояние немножко больше, в которых мы можем определить, чего мы хотим, и там мы можем просить, что мы просим. Мы просим у света, чтобы он пришел и сделал нам хорошо. Да? Я жду хорошего состояния, хорошего ощущения. И это неправильно. Нам нужно искать силы быть выше плохого состояния. Мы должны просить у света исправления этих состояний, чтобы они не действовали на меня, чтобы я принимал хорошее состояние как плохое состояние, как хорошее, чтобы я чувствовал, что плохое состояние приходит ко мне, чтобы продвинуть меня не меньше, даже больше, чем хорошее состояние. Это называется, что человек должен благословлять зло как добро.
И тогда, всякий раз, когда ко мне приходят изменения состояния, я радуюсь этому, потому что я впечатляюсь от этого. И могу просить у света, чтобы он дал мне экран быть выше воодушевления, впечатления в моем желании получать. Всегда быть выше этого впечатления от добра или от зла в слиянии с Творцом. Доставляя ему наслаждение. Эти состояния, плохие или хорошие, они определяют высоту, уровень, над которым я уже могу подняться и быть связанным с Творцом, с просьбой любви, с просьбой связи. И чем больше тьма, чем больше свет, которых я не впечатляюсь в своих получающих килим, а я определяю над ними высоту своего экрана, эти состояния несут мне день и ночь, все больше, все более высокие, и так я поднимаюсь, это то, что говорят, что Авраам состарился годами своими, днями своими. Поэтому говорит, занимайся все время, и во время тьмы, и во время света, любовью, насколько ты можешь. То есть, чтобы ни свет, ни тьма не определяли у тебя разницу в отношении к постоянной твоей роли, стремиться только к объединению и любви. Барур? Ясно. Эншелот? Нет вопросов? Кен Ури? Да, Ури. Я бы хотел понять связь понятия тьма и день, и любовь. Обычно, когда мы говорим о тьме и дне, то эти свете, то это мои ощущения по отношению к группе. Даже не обязательно по поводу общего дела. Просто настроение, не просто настроение, как человек на улице, а у нас вдруг. לא לשמוע ולא לראות ולא לשבת בסעודה ולא לרקוד ככה אתה לא מרגיש בזה שום טעם נגיד שזה חושך נגיד לחושך יש אתה מבין לכל אורך הסולם עד אין סוף יש לך הבחנות גם ליום וגם בלילה גם ביום וגם בחושך גם באור הבחנות שונות ночью есть разные чувства. Да, но обычно я это чувствую по отношению к товарищам, людям. Я не чувствую это просто так, как я проснулся утром или ночью, там, и вдруг я чувствую какое-то иное настроение. Это может быть, почему нет? Это встаешь утром. Ты уже можешь почувствовать, в каком состоянии ты встал. Верно. Но главное, если я просто проснулся с плохим настроением, скажем, я поссорился с женой накануне, то понятно, я прихожу сюда в группу, и это меня меняет, и мне легче принять любовь. Но если я прихожу к состоянию, когда прихожу в группу, и как вы сказали, мне не хочется сидеть на трапезе, мне не хочется быть с товарищами, я их вижу нехорошим образом. Как я там могу просить, как я могу устремить себя к любви? Это тьма? Вот вам. Когда я прихожу в группу, вот сейчас, утренний урок, вдруг все меня сердят. Понятно, дальше. Это тьма? נגיד שזה חושך. אוקיי, איך פה בנקודה הזאת, אני צריך לעשות מאיפה חומר דלק, מאיפה אני פתאום? Откуда возьму энергию? אני אתחיל לאהוב אותם עכשיו. Как я вдруг сейчас начну любить? Как я это сделаю? אתה לא יכול. Ты не можешь. אבל. Но. כשאתה
כשזה עובר, אחרי זה אתה מתחיל להבין שטוב היה במצב הזה לבקש מסך. להיות למעלה מהמצב הזה, בכל זאת, למרות שזה המצב הפנימי, התחייה הפנימית, למרות זאת, מעל זה להיות בנטייה אליהם, באהבה, בחיבור. היה טוב אם זה היה. נכון? זהו. פעם הבאה, זה כבר יהיה אחרת. אתה כבר בחושך תבחין. פעם ראשונה אתה לא מבחין כלום, אתה רק מרגיש שזה בא אליך ומעמיד עליך. פעם אחרי זה אתה בודק ואומר כמה שטוב אם הייתי יכול לעשות את זה משהו. פעם שנייה בא חושך, פעם שנייה בא חושך, אתה כבר משתדל, אולי אני יכול לעשות משהו, אולי כאן במקום אני יכול להתנגד, לבקש, גם כן לא יוצא לך אולי כל כך. אחרי שזה עובר, אתה שוב בודק את עצמך, במה אתה יכול להצטיית לזמנים האלו, החושך, שיהיה לך אפשרות כן לדרוש מסך, וכך אתה מפעם לפעם נעשה יותר חכם, גם קיבל ניסיון, ומגיע למצב שאתה כבר מתחיל לדרוש, אתה מתחיל לעבוד עם האור. אז זה הנקודה העיקרית שלנו, שאנחנו נוכל לראות בו את השותף. Точка, ובצורה מעשית, אני לדודי ודודי לי, כך אנחנו מתחילים לעבוד. יש לי אבל תחושה לפעמים, שאני, אתה יודע, אני לובש על עצמי כאילו איזשהו שריון כזה, שאני מראש, במשך כל היום, מתרחק ממצב כזה, זאת אומרת, אני פחות מגע עם אנשים, אני משתדל יותר לעבור ליד כולם לחייך וללכת. Я просто улыбаюсь и отхожу в сторону. Я не дохожу до той точки, в которой я почувствую это ощущение по отношению к людям. Я просто убегаю в сторону. Я говорю только о наших ребятах. Я не говорю о посторонних людях вообще. В течение дня я очень часто чувствую, что я убегаю. Это проходит, это не важно, об этом мы не говорим. Мы говорим, это вещи, которые приходящие. Есть место, да? Ну. Ло, я бы ещё маком ещё я сам. Там место пусть будет, там не важно. Кен. Да. Яков из Германии шоэл. Яков из Германии спрашивает. Как работает хвуца бенор хошех? Как работает группа? Переходит от тьмы к дню. Какие ухищрения тут можно найти? Гамкин, группа тоже. Хвуца дайн лоехула. Группа все-таки хвуца не может. Группы... זה תלוי בקשר, אם כמה שקבוצה יכולה להתקשר ולהיות יותר קרובה, אז היא מתחילה להרגיש את המצב הכללי, את העליות וירידות, אני מדבר על עליות וירידות רוחניות, לא שמבחוץ באות כל מיני, אתה יודע, השפעות טובות רעות, אני דייבו. כך. אז יהיו, עדיין אין, אבל יהיו. בודות. זה נקרא שקבוצה מתקרבת כך לחיבור, ואז באחדות מרגישים יותר את הכלי כללי. אופשי כלי. נקווה שאנחנו... אני надеюсь, что мы... כבר נמצאים לקראת זה. уже находимся близко к этому. כן. да. בסדר, אז נמשיך... все? да. מה זה אומר במצב הזה לבקש קשר ולא לנסות להתגבר בכוחות עצמי על ההרגשה הרע? не пытаться преодолеть своими силами плохое ощущение. אני לא יכול להגיד לך, זה שוב, אני תחנתי גם בעל ניסיון. אחרי שמרגישים כמה פעמים, הרבה פעמים,
עד כמה שנמצאים חושך אור, חושך אור, חושך אור, מבחינת הרגשה רעה טובה, רעה טובה, רעה טובה, ולא חשוב לי, קשורה לרוחניות, לגשמיות ולמה, רע לי, טוב לי, רע לי, טוב לי, רע לי, טוב לי, ואני לא יכול שום דבר לעשות עם זה, אחר כך אני מתחיל בזה, שוב אני אומר, זה עוברים... אלפי כאלה הרגשות. אחר כך עוברים אלפי הרגשות כאלו, שאני כבר מתחיל להרגיש בהם, שזה שייך להערכה שלי לרוחניות, לחיבור, לאהבה, ליחס לזולת. החושך ואור כבר, אני מתחיל כבר לפנח אותו, להרגיש אותו, שהוא לא סתם רע לי וטוב לי. אלא רע לי וטוב לי, בגלל שככה אני מתייחס לקבוצה. לא רואה בחשיבות, או כן רואה בחשיבות, כבר איזשהו יחס כלפי המצבים ה... אחר כך מגיע בכל זאת, אחרי עוד הרבה שלבים, אני לא יכול לפרט אותם, זה מדרגות קטנות מאוד כאלה, שזה ממש בצורה פסיכולוגית שאנחנו עוברים, לא רוחנית. ואחר כך באות כבר הבחנות שזה... ощущение. Они מתחיל אחרי החושך. Я начинаю ощущать тьмой, когда я пробуждаюсь. Они מתחיל לחשוב על המסך. Я начинаю думать об экране. מתי אני יכול להיות למעלה מההרגשה הזאת? Выше этого ощущения. הרגשות האלה הם חייבות לבוא. Эти ощущения, они... יום ולילה עד גמר התיקון הם ביום בכל מיני צורות. До Мартикуна они будут в разных видах. וכלפי כל מיני ההבחנות חייבות להופיע. Ощущениями они должны проявляться. Это הרגשות כאלו. Такие ощущения. ודאי שזה לכל אחד ואחד בצורה אישית. У каждого в собственном виде. אז אני מתחיל... Я начинаю чувствовать необходимость быть выше их. Маспик ли? Мне льет, хватит быть талуйбаем, зависимым от них. Льет тахтеем. Быть под ними. Они руце это маген. Я хочу маген. Щит. Ше юби коль мина я вханот, а валим юб льет. Чтобы у меня были разные ощущения, но они были бы внутренними. Бивним, битухи. Внутри, во мне. Вело и шпию, а ля яхас шели не влияли бы на мое отношение к товарищам, к пути, важности цели к Творцу. Они руце безе льет. Ло талуй би а рацон ли кабель шели, вы машу вербо. Не быть зависимым от моего желания получать, и что происходит с ним. Зе бака зот дриша. Возникает такое требование. Я не хочу быть лимала, без. Хочу быть выше. Да, это как бы в улам шилану. Это как в нашем мире. Анахно хотим льёт на как гевер. Они умеют мужик. Шилив и шум давар ло мазил. Не может сделать. Шум аж пахицонит. Какое внешнее воздействие? Кан аж пахицонит. Внешнее воздействие. То в ноги че за домелиться. Ну, допустим, это похоже на это. В и зао вы мне кан вяло квар мотили момент уже кешер ящер начинает быть прямая связь бореш это мотили дрожь начинаешь требовать от кого то дараш до этого момента ты рацион то требовал да мне коах я фе тели мацаф я фе тели моток машу от дараш ты рацион не кабель שלך. Своего желания а получать. Дуреш, сейчас ты требуешь. Мне рацион не кабель шелха. Выше своего желания получать. זה כבר הבחנה שאתה פונה אליו בדרישה נכונה. אתה רוצה להתייחס אליו, לבעל הבית נגיד, גם בטוב וגם ברע לאותו כיוון. אתה רוצה להיות למעלה מהתפעלות בכלים דקבלה שלך. זה נקרא מסך. ודאי שבמסכים האלו ישנם המון הבחנות אחר כך, מה שאנחנו לומדים בתלמוד עשר ספירות, אבל בעצם זאת תחילה. Это начало. А так воруце цимцум. Ты уже а хочешь сокращение своего желания получать. Что маша митрахеш бо, а там маркиш бодай. Ты чувствуешь, конечно. Вэзэ увер алейха, а там маркиш, это мамаш битоха, мяаим шелха.
אבל זה לא משפיע על כלי על כלי ריאה שלך, נגיד, על הלב ועל המוח שלך. ощущение, מה שנמצא לך שם בבטן. На сердце, то, что находится там у тебя в животе. ישנה פרסה, כאילו, עובדת. פרסה, כאילו, работает. בתוך הגוף שלך. В своем теле. שמתחת לפרסה, מה שקורה, קורה. Под парсой, то, что происходит, происходит. אבל אתה רוצה להזדהות עם מה שלמעלה מפרסה. Отождествлять себя с тем, что выше парсы. Реот, лев, легкие, сердце и разум. כן. מה זה אומר במצבנו להיזהר, לדרוש את להיות состояние למעלה עבור עצמי, אלא לדרוש באמת להיות בכלל. אנחנו מדברים על זה של לדרוש עבור עצמי, ради себя, זה גורם לנזק. ради משהו אחר ממה שאני עכשיו דיברתי. נושא אחר, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני גם כן לא מבין למה אתה נמצא בו, אם אנחנו מדברים על זה. В этом смысле мы говорим о том. על זה לא נגעתי היום באף מילה, ואתה נמצא במחשבות מאתמול. Ни одного слова, ты в вчерашних мыслях. איך אפשר ככה ללמוד, אני לא יודע. Отучиться, я не знаю. מתפעל ממך. Я удивляюсь тебе. איך זה אפשרי? Как это возможно? כן, גרשון. Да, גרשון. הפרסה הזאת שתיארת לניב, היא מייצרת לך איזושהי הבחנות, או שרק אחיזה באין עוד מלבדו, כאילו מעל הכלי הקבלה, שיש לך באמת איזושהי הבחנות, כאילו איזשהו כיוון שאתה מקבל מלמעלה. Это какое-то направление, которое получает свыше. אני לא שמעתי שאלה. Я не слышал тут вопрос. А парса, за что ты ярта, парса, о которой вы говорили, но тен леха кмо эзе ши ахиза, дана тебе только как возможность ухватиться за что-то. Но мар бен от мильвадо меала кли кабала, за то, что нет никого, кроме него. Или это дает тебе возможность что-то распознать, дает тебе какое-то направление, куда это тебя ведет. Ты почувствуешь, куда это ведет. אני אני לא רוצה לפרש את זה יותר, כי אני רואה שאתם שואלים מאבדים את עצמכם. כן, כל הסביר בבקשה עוד פעם בדיוק מה זה נקרא. можете еще раз объяснить, что означает быть в том, что нет никого кроме него? בין עוד מלבדו זה נקרא שאתה משייך לכל מה שקורה איתך למקור אחד, с тобой, с одним источником, תמיד יום ולילה, כל הדברים, всегда, день и ночь, все эти вещи. כן, да. אלה. אלה. אמרת, אני מבקש מהאור מסך. Я, что означает, что я прошу свет экран? אבל מצד שני שמעתי שאני לא, פעם שמעתי שאני לא יכול לבקש ישירות מהאור. Не могу прямую обратиться к свету. בשבילי, אני צריך לבקש для חבר. Для себя. Я могу просить только для товарищей? גם נכון וגם נכון. Правильно, то и другое, но... מה אני מבקש? Что я прошу? במקרה כזה. אני מבקש להיות למעלה מהאגו שלי, למעלה מהכלים דקבלה שלי. выше своих получающих כלים. אני לא מסוגל במצב שחסר בהרגשה שלי עכשיו, מצב רוח, יחס יפה וטוב. אני לא יכול במצב כזה להיות קשור עם הקבוצה, עם החבר, עם אף אחד. группой, с товарищем, ни с кем. אני מבקש עכשיו מהאור להיות למעלה מהכלים דקבלה שלי. אחר כך, כשאני מרגיש שאני כן מסוגל, אז אני מתחיל לעבוד בפועל עם הזולת. ближним. מה שדיברנו אתמול. то, что мы говорили вчера. אני מדבר על המצב הספציפי, מה שהוא דיבר כאן במאמר. רק תבינו שזה כמו בחיים שלנו, יש הרבה מאוד מצבים. ואתה לא יכול לקשור מצב אחד עם מצב שני בצורה בקו ישר. לפעמים עובר דרך הרבה מצבים, ומצבים פרטיים, זה לחוד וזה לחוד וזה לחוד וזה לחוד. ולכן, לא להתבלבל. אם אתם קוראים איזה מאמר, תהיו רק בו. והאם זה קשור ואיך זה קשור לדברים אחרים, אז עכשיו אתה לא מבין שזה קשור. לא מבין, כמו תינוק.
как маленький ребенок. Это ведь чувствует. Эвхен катан бахаим. Хошев за закон. Нюанс в жизни. Думаю, еще множество других нюансов. Он их не видит. לכן אני מתרגל שאתם מתבלבלים, ומזה מביאים נזק, וגם לעצמם וגם לכולם. אתם עדיין לא למדתם איך לקרוא את המאמרים. אנחנו לומדים אותם כמו שהם, ככה הוא חותך לך איזשהו מצב, מסביר לך אותו ספציפית, אם הוא מדבר נגיד יציאת מצרים, יציאת מצרים, אין כלום חוץ מזה. לא, אבל יש עוד משהו שעוברים בספירת העומר, אבל יש עוד משהו שעוברים אחר כך במדבר. למה זה קרה עם מרגלים? לא שייכים מצבים האלה אחד לשני. אחר כך, בתוכנית הכללית, אתם תרגישו איך זה פועל במערכת הכללית. אבל עכשיו, כדי קצת להבין בשכל שלנו הקטן, למה לקשור יחד? מה אתם כל כך חושבים שאתם שולטים? בכלום אתם לא עדיין, בשום הבחנה רוחנית לא נמצאים, אז למה עוד לעשות מחסומים בעצמם? סיימים себе ставить заслоны. ויהיו בעיניך כחדשים. אני יכול לבקש ישירות מהאור או רק דרך הקבוצה? אני אברציץ רק סוידון הפרימוי, אלא פרסית רק את גרופה. כן, יכול לבקש מהאור בצורה ישירה. דיין, אברציץ רק סוידון הפרימוי. ולא רק דרך הקבוצה. אני תורק צ'ריס גרופה. ותראה מה שיצא לך. ותסמדר שאתה תהיה פלוצ'סו. אני לא יכול לענות לך, אתה יכול לא יכול לענות. אני לא יכול כדי להגיע להחלטות אתה צריך לעבור את המוצרים. כן. כל המקורות שאנחנו לומדים מדברים על תפילה. כל הזמן קוראים לנו להתפלל. תפילה זה השגת דרגת הנשמה שלנו. תפילה זה נקרא שאני מבקש כוח השפעה ולמעלה מהבורא. מכוח השפעה הכללי ששורה בעולם, שעליו העולם מושתת, איזשהו שורה כיסוד העולם, שנקרא בורא, שנקרא המאציל, זה מה שנמצא כיסוד של כל המציאות, כוח השפעה, לאותו כוח השפעה, אם אני פונה, ומה אני יכול לבקש ממנו, רק כוחות השפעה שיהיו לי. מה הוא יכול עוד לתת? אני מבקש ממנו להתקרב, זאת אומרת שישפיע עליי מכוח השפעה שלו יותר. אבל כשהוא משפיע כוח השפעה, עליי. אם אני מוכן ונמצא עמו בתכונות אדומות, אז אני מרגיש התקרבות שלו לטובה, טוב לי מזה. אם אני נמצא בתכונות הפוכות, התקרבות שלי אליי, התקרבות שלו אליי, אני מרגיש כרה. לכן יש עניין של תרנגול ועטלף. למה לעטלף לבקש את האור? זה בשבילו יהיה כחושך. Это для нее будет как тьма. Это Шейла Шам. Это вопрос там, который задает описание. Валь тфила и киалат ман. Но молитва это как подъем ман. Что такое подъем мана? Мейнуквин. А нуква, рацион ликабель шилану, наше желание получать, хочет подняться до уровня бины. Попросить свойства отдачи. Это называется молитва.
שאנחנו פונים לבורא, לאור, לתכונת ההשפעה, שישפיע עלינו בצורה כזאת, שתכונה הזאת גם כן תשרה בנו, לא שתהיה בנו כתכונה עצמה. אני לא יכול להיות כבורא, שאומרים חלק אלוקא ממה, אלא אני רוצה שהתכונה הזאת היא תשלוט בי, שהבורא מאיר עליי בתכונה הזאת, ואז התכונה הזאת כל הזמן נמצאת בי, ובמידה שהיא נמצאת אני נמצא באותה תכונה. А когда оно есть, я нахожусь в этом свойстве. А если он забирает его, я падаю. Это как сила магнита, которая поддерживает активность в воздухе. Все время воздействует, и тогда эти бутылки в воздухе перестают действовать. Там все это электромагнит. Ток прекращается. И тогда поле нет, которое воздействует на железяку, она падает. Как же אנחנו מקבלים כוח השפעה? אנחנו לא מקבלים אותו בתוכנו. Отдачи, мы не получаем ее внутри нас. Никто не находится внутри нас. Мы никак его не получаем, как кусочек железа, который находится в воздухе. Поддерживается там только благодаря тому, что мы... נמצאים תחת השפעת האור. נכון, סיפור וזדיסטים סווייתו. זהו. לכן התפילה היא כל הזמן צריכה להיות. פייטו מוליטו דשנו בית סבירי. התלות בבורא צריכה להיות... זה יסמיסט את תלות קבועה. תוורצה את פוסטיין לזה יסמיסט. כן, תמשיך. דה, פרדולג'י. נו, נו. נו. תפילה זה דבר מאוד אינטימי, כן? מליטווה זה ויש לך אינטימי. אינטימי זה נקרא שאדם מתוך מה שהוא מרגיש, מתוך זה הוא מעלה. אבל ודאי שבכל אחד ואחד ובכולם יחד היא אותה התפילה. זאת אומרת, תלוי באיזה מצב אדם נמצא בסולם המדרגות. אז בתחתית הסולם הוא מבקש, שיהיה לי טוב, שאני אהיה בריא וכו' וכו', זה נקרא כמו שזוהר מפרש, יראה פשוטה, אחר כך מבקש על כל מיני דברים יותר כלליים, אחר כך דברים רוחניים, אחר כך אפילו על רוחניות, מבקש בצורה כזאת שאני רוצה רק דבר אחד, אדברה שלום בך. Тебе. Хочу воздействовать, отдавать Творцу, только как он раскрывает, что он воздействует на него. Да? Мы все время говорим о коллективной молитве. Общая молитва – это потому, что я не могу говорить об отдаче, если я не включаюсь. אז ודאי שאנחנו מדברים תמיד על התפילת הציבור, או תפילת הרבים. אבל בספרים לא כתוב על זה כל הזמן, כי אי אפשר, רוחניות אי אפשר לעלות מאדם אחד. זה שיהיה ברור. וכשזה ברור, אז מפסיקים את זה לדבר. אתה לא יכול כל הזמן לדבר אותו דבר. אהבת חברים, חיבור בין כולם, לחשוב על כולם, זה ברור שמן זה יכולה לעלות רק מלכות דאצילות. ומלכות דאצילות היא ריכוז כל הנשמות. ואם אתה לא ביחד איתם, מחובר יחד במערכת אחת, אז אתה לא נמצא פשוט בתמונה. אז עליך לא מדובר. זה ברור. לכן לא מדברים על אלף מילים שאני צריך ללכת לקבוצה, ואני צריך להכניע את עצמי, ואני צריך לחשוב עליהם שהם גדולים, ואני צריך לעורר אותם, והם צריכים לעורר אותי, ואנחנו עוד כל מה שרבש כותב לנו בזה, אז כבר עברנו את זה, בלי שמקיימים את זה, לא מגיעים הלאה. соблюдать это мы идем дальше, да? אני מדבר על משהו אחר, שהחלקיקים האלה של הגוף זה נמצאים בתוך העני של האדם, וכשאדם מעלה תפילה, אז הוא כבר מעלה את אותם חלקים שכלולים בו, נכללו בו במהלך הזמן. וכדה הוא פנימה את הצ'יסטיצה, כתורי פלושינו בו все время. ואז זה נהיה משהו פנימי יותר, אינדיבידואלי. ותגדה זה становится чем-то внутренним, индивидуальным. Правильно.
איך לעשות כך שהאינדיבידואליות הזאת תהיה בכל אדם, כלומר שכל אדם יהיה בתפילה פנימית כזו, ומצד שני זה גם מחובר לאחד שלנו. אנחנו לא מסוגלים לעשות כאן כלום. אלא אם אדם מתקדם, אז ככה זה יקרה לנו. ואם לא מתקדם, אז זה לא יקרה. ואם לא מתקדם, אז זה לא יקרה. ואם לא מתקדם, אז זה לא יקרה. זה פשוט מאוד. Это очень просто. על ידי הגיעה כשהוא מגיע, הוא עובר כל השלבים האלו. Через усилия. Выходит, שלא יעבור. Когда он приходит, он проходит все эти этапы. ואם עובר, אז אם הוא מוכן להעלת מן, אז הוא готов к подъему мана, то... המן הוא רק, אך ורק בצורה שמתקבלת למעלה. В таком виде, который принимается наверху. איך לנו לעשות, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו צריכים להשתדל. ואז האור העליון, וכל מיני עליות וירידות, וכל מיני מצבים, הם לאט לאט בונים, לאט לאט, זאת אומרת בהדרגה, בונים בנו כל המצב הזה הנכון, שאנחנו יכולים לדרוש מסך. כן. נו. נו. שם בחור הזה, כן? там парень этот. נו. נו. Он рад сам ошел, да? Вы должны спросить, нет? Вы говорили, нужно быть выше воодушевления и падения. Это уже все говорится относительно группы. Выше падения, это понятно. Выше воодушевления, что это такое? כל זה מדובר ביחס לקבוצה. ברור מה זה נקרא להיות מעל הירידה, אבל מה זה להיות מעל ההתפעלות בקבוצה. אני רואה שיש בלבול גדול. אני אישית וקבוצה. Я лично и группа. כמה שאנחנו מתקדמים, אין אני אישית. אנחנו בכל זאת נכללים מהקבוצה. אתם אפילו לא מרגישים. כמו שאנחנו אומרים על איזשהו מגיע, או מגיע אצלנו, איפה החבר שלנו? התלמיד שלי. Приезжает к нам ученик. Но. Нет его сегодня? А я его отмят, беседер. А, придет скоро. А? Хорошо. А, увед би атамот би генерал. А, работает там. Бяханот би... На подготовительных работах генерал. Зел. Раита от мой, это мой. Кен ми Африка. Ты видел его вчера, да, из Африки? А? Мартин курим ло, кен. Мартин его зовут, да. Зел. Шатан афилу ло мистакел алав. Ты даже не смотришь на него, или смотришь на него. Смотришь в него внешне, но... По характеру, по привычкам. Хотя он модерный. Он очень современный парень. Но ты можешь увидеть, что это по характеру. Китаец, а это индус, а это израильтянин, а это турок. Как ты это видишь? Как ты можешь это увидеть? Потому что человек относится к какому-то обществу, к какому-то группе. Потому что он находится с ними, у него с ними есть определенные связи, культура, воспитание, жизнь. Из отцовского дома, то, что называется. И он воспринимает эту форму. Вы когда приезжаете сюда, יכולים לזהות בכם שאתם שייכים לאיזשהו גוף מיוחד. שנקרא בני ברוך, לא חשוב איך שזה לקרוא. כי אתם נמצאים המון שעות יחד, אתם לומדים יחד, זה מפרמט את הראש, זה מפרמט את הלב. אתם פועלים לפי התוכנה המיוחדת שאתם לומדים אותה וכך חושבים לפעול ולחיות. אז מה אני רוצה להגיד? שאפילו אנחנו מדברים על אדם אחד, זה בכל זאת קבוצה נכללת בו. В любом случае, группа включается в него. Нехлелит бо. Включается в него. Вы азло ми добрим, а зе адам это ми добрим, а это ми добрим я гвуца. У нехлел ми я гвуца, у поэлеват. В группу ли он действует самостоятельно? У нехлел ми я гвуца, коля зман. Он включается в группу все время. Зе куре лану, вы зе куре бану, ми бней ша нахну хаим яхат. Это происходит с нами, потому что мы живем вместе. ולכן, и поэтому השאלות האלה הם לא כל вопрос, כך, האם очень... אני פניתי בדיוק לקבוצה, обратился ли я точно в группу, чтобы получить от нее, как я вчера нарисовал этот треугольник, человек обращается к товарищу, товарищ берет кусарон, поднимается, поднимает его наверх к Творцу, получает оттуда. Это происходит внутри. И постепенно это становится... ככה...
так... Муван мейлав, что за как. Автоматически понятно, что... Аваль афилу ло... Но даже если нет, на каждой ступени, на нынешней ступени, в которой я нахожусь, я должен действовать, я должен производить усилия. Аваль бе мадрига акудемит, квар ани лоусе маамацим, и квар куй каемит бе митсора казот. Я же не делаю усилия, это так существует автоматически. Они квар не хлалит шам и могут за... Я уже включился туда с группы, и все, к чему я обращаюсь и делаю, это находится... Во мне так. Они квартоцами мейна. Я уже результат этого. Лахен, к мошеруи, мальколь, ищу бами из-за ума, мейза тарбут, мейза когда мы видим, кто-то приходит из какого-то народа, из какого-то воспитания определенного, мы тоже видим это по нему. Мя дерех. Включаем. Мя есодот чилану. Включаем это в наш путь, в наши основы. Седа? Ясно? Ну, и интернет. Ну, из интернета. Я всегда относился к наполнению в себе, как к мере продвижения. Я не понимаю, как я могу сейчас измерить продвижение, если я должен находиться над своим желанием получать. И мне все время будет недоставать ощущение наполнения в любых действиях, которые я делаю. Каковы сейчас параметры продвижения? Никогда параметры духовного продвижения не были согласны моему наполнению. Насколько мне хорошо или мне плохо. Сначала, конечно, я, может быть, несколько хороших лет, я... Так измеряю себя. Камотовли, камарали. Насколько мне хорошо, насколько мне плохо. Хорошо, насколько плохо. Потом я начинаю слышать, в конце концов, что нужно проверять, измерять. Не согласно тому, насколько плохо или хорошо, а согласно моему отношению к ближнему. И это говорит о свойствах отдачи. Отдача у меня, я не знаю, что отдача. Но мне сказали, что относительно товарищей ты можешь видеть. Ты хочешь, что ты в отдаче или нет? Думаешь, что я в отдаче или нет? Через несколько лет я начинаю слышать, что должна быть отдача, важна отдача, отношение к товарищам, отношение к ближнему. А в Памло, а я ли давар каза? У меня такого никогда не было. Я всегда пренебрегал этим, всегда торгал это сразу. Кому хочется думать о ближнем, где в нашем мире мы видим примеры и воспитание такое? Эле итральти лахшов, омрим, Мне понятно, что делать нечего, что надо быть вместе, вместе достигаем. Это понятно. Даже если я иду в место, где люди работают, работают по группам, достигают чего-то важного, я тоже, но что я меняю? Я меняю себя на силу группы. На силу команду эгоистическую. Мы вместе. Как у нас там было? Это команда там чего-то. Команда там чего-то. Эх? Команда хазаким миухадим. Команда молодости нашей. Эгоистически, но все-таки помогает объединиться. Ахарханахну маткилим лишмоа. Потом мы начинаем слышать, что это команда для того, чтобы подействовать на каждого, кто находится в этой команде. Помочь ему избавиться от своего личного эгоизма. Команда обязана подействовать на каждого, помочь каждому, принизить себя, сократить себя, чтобы он
отдал за них свою, мог отдать за них свою душу. Это тоже эгоистически, это как в подводной лодке. В армии. Я готов отдать жизнь, только чтобы моя группа продолжала выполнять задачу, допустим. Потом мы должны понять, что мы, нам не нужно умирать, что это хуже смерти. Я должен совершенно отменить себя относительно их, чтобы у меня не было ничего и не будет ничего, а только у них и у всех, каждого, даже у тех, кого я ненавижу, не люблю их, нет у меня связи со всеми, товарищи, выше моего личного отношения, моего личного желания. Мало того, я требую у них ничего, чтобы до этого выигрыш, что я зарабатываю, через них я достигаю высокую цель, через них не стоит быть с ними. Они не тмахали дам. Они поддерживают меня, или стоят, а здесь наоборот. Они я требую у них, чтобы они дали мне поддержку в том, чтобы я уничтожил себя. Чтобы вся моя жизнь была только для того, чтобы служить им, и я не существовал бы, как ничто. Какая-то машина, которая ничего не требует. Потом я думаю, но для того, чтобы сделать такое, что мне нужно? Какие свойства, какие силы мне нужны для того, чтобы так служить им? Мне нужны особые силы, не зависит от своего эго, мне нужен экран. То есть зачем мне нужен экран? Для того, чтобы служить им. Как я могу просить его? Как я могу потребовать его? Опустить руку, потому что я говорю. Послушайте, что я говорю. Есть умники, которые думают, как спросить. Сейчас послушайте, думайте не о том, как спросить, а что я говорю. Иначе ничего не поймете. Мне возникает какой-то вопрос, и сейчас он останавливает себя по дороге, на этом вопросе с нами не продвигается. У вас нет сейчас разума никакого, кроме того, чтобы проглатывать то, о чем говорится. Прекратите свое «я» сейчас вытаскивать. Я думаю так, я думаю иначе. Нет такого. Сейчас вы находитесь в восприятии. А потом анализ, выяснение, вопросы и так далее. Всего есть время. Как в компьютере. Если он считывает что-то из сети, он сейчас считывает, он наполняет себя. Это не время для вопросов, это время для восприятия. Я сейчас понимаю, что мне нужен экран для того, чтобы отдавать товарищам. И тогда я начинаю также понимать, ну что отдавать. То есть тут я начинаю тоже понимать, что мне нужно включиться в хиссароны. Их хиссароны мне понятны. Я нахожусь в тех же самых хиссаронах. Это мне понятно. Это хиссароны подняться выше нашей природы. Я обращаюсь к Творцу и молюсь за них. Это то, о чем мы говорили вчера. Тут есть много еще вещей, это можно раскрывать, написать множество. Ну, так.
Теперь вопросы. Миша Мрацали Шоль. Кто хотел спросить, пожалуйста, сейчас пусть поднимет руку. Кен. Да. Кен. Да. Уважаемый Раф, хотел спросить, вот новички, например, хотят как бы вкладывать что-то в группу, но часто получается, что как бы сопротивление идет от более старших товарищей, понятно, что у них больше опыта, и можно ли вот применять какой-то метод, который предложит новичок, потому что, например, в любой команде даже восприятие новичка может принести... הוא אומר שקורים מצבים בקבוצה שכשחדשים מתחילים להציע כל מיני דברים, подход, אז יותר ותיקים לעתים דוחים את זה, אז הוא שואל איך אפשר בכל זאת, האם אפשר אולי שכן נתקבלו הצעות של אנשים שמתחילים בדרך? Никогда начинающий ничего хорошего не может предложить. Никогда. Мы начинаем все с нуля. Это не то, что ты Эйнштейн, которому приходит какая-то блестящая мысль, и ты развиваешь какую-то теорию, и ты гений, и ты надо всеми. В духовном такого нет. Духовно, все-таки ты должен подниматься над своей природой. И нет более мудрого, чем опытный. И ты не можешь предложить ничего нового, чтобы не было до тебя. И всех этих блестящих мыслей нет в духовном. Ты можешь продвигаться быстрее, чем другие, поскольку у тебя есть какое-то... какие-то особые свойства в своей душе, в, свое, в ее функции в общей системе, но в скорости продвижения. И тогда вскоре все увидят, что ты особенный. Как правило, такие люди все продвигаются очень медленно, и у них есть трудность во всем. Это не так, как в нашем мире. В нашем мире ты уже рождаешься на эгоистическом уровне, и поэтому в нем ты можешь продвигаться вот такой, как ты есть. В духовном, пока ты не приобретаешь, пока ты не постигаешь, что такое дающий килим, пока ты не находишь подход к ним, ты ничего не можешь сказать. Не думай, что начинающий в состоянии что-то предложить. Никогда. Это лестница ступеней. Тот, который не находится на этой лестнице, ему нечего предложить. И если он думает, что да, так это только говорит о его глупости. Однако, может быть, что ты специалист в психологии или в работе с массами, или во всяких таких вещах, и тогда ты предлагаешь группе. Но это не относится к внутреннему исправлению души, это относится к работе с обществом. Это нечто иное. А между самими... новичками может быть какой-то процесс ускорения, который, может быть, уже оторвалась группа дальше, а им более понятны свои какие-то методы именно для новичков, а не для продвинутых людей. А им есть что-то, чтобы אפשר איכשהו לזרז התקדמות של מתחילים דווקא, אולי הקבוצה איכשהו ברחה קדימה, ואיך האלה שרק נכנסו לקבוצה יכולים להתקדם מהר יותר כדי להדביק אותה? אנשים שמתחילים צריכים להתארגן ביניהם. Начинающие должны организоваться между собой в свою группу, в учебный класс, как в школе, и попытаться тогда продвигаться вместе, поддерживая друг друга, как сказано, человек поможет своему ближнему. Действительно, чтобы у них была связь, и чтобы они слушали то, что им говорят более продвинутые люди. Тут нечего делать. Лестница ступеней не меняется. Если вы думаете, что вы можете что-то предложить стареньким, только в качестве организации, распространения, но не во внутренней работе, которая относится к исправлению свойств.
Спасибо. Тов, анахно ниткадем. Ну, мы продвинемся. Давайте сейчас дадим возможность спрашивать. Если свет находится в состоянии покоя, свет абсолютно покоя, когда я прошу, чего я прошу, ведь свет находится, свет есть. Я поднимаю ман, свет существует, чего я прошу? Я не знаю, о чем ты просишь, я не понимаю твоего вопроса. Если свет находится, чего я прошу? Если свет находится в покое, тебе что-то надо, проси. Но ведь свет существует. Где? Мы знаем, что свет существует. Ты знаешь, я это учу. Ну, учим, учим разные вещи. Ты в этом находишься, ты это чувствуешь. Что он должен дать тебе? Я не понимаю твоего вопроса. Если свет находится, если свет есть, чего мне просить, если его нет, чего... Вопрос такой. Я хочу что-то. Я хочу, чтобы свойство отдачи властвовало в мире, как основа действительности, чтобы из нее все исходило. Я хочу, чтобы у меня было это свойство или нет. Если я этого хочу, то я должен обратиться. Почему? Потому что только с помощью желания я могу притянуть эту силу, которая тогда проявится во мне. Сейчас вокруг меня в воздухе есть множество волн. Когда я открываю свой сотовый телефон, он настроен на какую-то определенную волну, которая относится только ко мне. Я включаю радио, радиоприемник, он тоже воспринимает только ту волну, на которую он настроен. Что мне с того, что все полно светом? Но я не принимаю его, я не воспринимаю его. Что значит обратиться? У тебя есть желание по отношению к нему. У радиоприемника есть желание. Внутри есть сенсоры, которые могут воспринять определенную волну. Это называется его желанием. Так он воспринимает. Мое обращение, это значит, что я хочу что-то воспринять из света, какое-то особое свойство. Это значит, что я должен себя что-то изменить? Раскрыть себя? А о чем ты думал? Что значит обратиться? Тогда, может быть, ты поймешь, что значит обратиться. Просить кого-то внешнего, чтобы он помог мне? Нет, ты обращаешься к свету, молитва к свету. Что значит молитва к свету? Это ты открываешь свой сенсор, чтобы воспринять какое-то свойство от него. Какое свойство? Свойство отдачи. Если ты этого хочешь, раскрой себя. Молитва не может быть иной. Молитва может быть только для того, чтобы получить воздействие света, чтобы во мне было свойство отдачи. Все. Очень простой, в очень простой форме. Я раскрываю себя для определенного потока, который воздействует на меня и возбуждает во мне этот поток. В соответствии с моей системой, он производит во мне различные явления. Но я раскрываю себя по отношению к нему. В нашем мире, когда я прошу помощи, кто-то приходит и помогает мне. Но здесь помогающий находится, он существует. Что значит существует? Я не понимаю. Если рядом со мной сидит какой-то человек с каким-то инструментом, и я прошу от него пользу, я прошу от него помощи, он существует, ты просишь у него, чтобы он произвел действие. זה אתה רואה כמה שזה איפה שה הרגשות שלנו לא מגיעות там השכל לא תופס в той области в которой наши чувства не работают и разум не работает ממש זה מילימטר ממני נמצא אבל אם הרגש что-то может находиться в миллиметре от меня, но если чувствами я ее не воспринимаю, я ее не понимаю. ככה זה קורה. Так это происходит. Время.
Ну, טוב, אנחנו это проходит. Уверим ли машу мы переходим к чему-то иному. Нет. Что вы рекомендуете? Герет Юдгимель. 13-е письмо. Где оно? Герет Юдгимель, Амуд 97, Беховерет Песах. 13-е письмо, 97-я страница в пасхальной брошюре. Мы читаем пасхальную брошюру, 97-я страница, 13-е письмо Бара Сулама, находится также в трудах Бара Сулама, 696-я страница. Можно задать вопросы на сайте Капфиэль, но я просто буду задавать здесь, в течение урока. Пасхальная брошюра, 97-я страница, 13-е письмо Бара Сулама. Кводе Акарли, дорогому мне, такому-то да светится свеча его вовеки. Получил я слова твои с сердцем полным тоски. Хоть сокроешься ты от меня, но так или иначе вынужден ты будешь говорить со мной в письменном виде. А что написал ты, что сообщишь ты мне знание египетского изгнания, то удивительно мне, надлежит тебе еще сделать домашнюю работу. И напили и вознесся воплих от работы к Творцу. Тогда и познал Творец. Ведь если не произойдет познание Творца в изгнании, невозможно избавление. И познание изгнания само и есть причина избавления. И также можешь ты сказать, что сообщишь мне знание в самый час избавления. Истину не скроешь, и сожалеющий сообщает о своем сожалении. Ведь невозможно для него скрывать и сдерживаться. Тем не менее, почувствую я вас всех вместе, и что сменился у вас день сегодняшний на завтрашний. И вместо сейчас скажете вы потом. И нет этому лекарства, кроме как постараться понять эту ошибку и это извращение, ведь спасаемый Творцом спасаем, только если он нуждается в спасении сегодня. А тот, кто может ждать до завтра, поумнеет через годы. Не дай Бог. И это произошло с вами из-за небрежения к моей просьбе усилиться в любви к товарищам, которую объяснял я вам всеми 70 языками, ибо достаточно этого средства для восполнения всех ваших недостатков. А если не сможете вы подняться к небесам, дал я вам для того пути на земле. И почему совершенно не прибавили вы в этой работе? И кроме великого чудесного свойства, заключенного в этом, которое не должен я объяснять, должны были знать вы, что много искр святости есть в каждом из группы. И когда собираете вы все эти искры святости в одном месте, в собрании братьев, в любви и дружбе, наверняка станет для вас ступень святости в этот момент важнее света жизни. И записал я подробно об этом во всех моих письмах к товарищам. Также просил я, чтобы каждый из вас показывал свое письмо другим. И ты сделай тоже. И испытывайте меня, пожалуйста, с этого дня, чтобы понять и услышать меня. Во всяком случае, в том, что вы можете сделать. Ибо тогда откроет Творец тебе благодатную сокровищницу свою. А такому-то скажи, чтобы он сам делал свой расчет. Чем бы было бы ему плохо переписываться со мной? И зачем ему закрываться от меня? Я очень попрошу его, чтобы он старался видеть достоинства товарищей, а совершенно не дай Бог их недостатки, и соединялся с ними вместе в истинной любви, до и все преступления покроются любовью. И пусть тщательно простудирует все письма, которые я посылаю товарищам, и хлеб ленности не будет есть более. А где же раби такой-то и раби такой-то? Я не слышал от них ни полслова вплоть до сегодня. И скажи им, чтобы в любом случае они держались за подол своих товарищей и штудировали бы по необходимости их письма, и не забивали бы, что первый вопрос – ждал ли ты избавления? А если ждут они избавления, разве могли они сказать и эту работу, чтобы они приняли на себя, желает Творец?
ואם הייתי צריך להציל את החיים של אחד מהם מבני החברים, ודאי הייתי עמל ויגע יותר מכם. ומכל שכן, חיי המלך כביכול. לפיכך, הרבו מורא ומתן למלכו של עולם, ואז תזכו בבת המלך ותשועת השם והרף עין. שאלות. Вопросы? Кодем кол, мрагишим в Песах машу миухад, кейлу зе, я ковод зе пам ришона, это давар зе. ומתואר פה על עבודה פנימית באהבת חברים ושמעת כמה פעמים שאנחנו דווקא עושים את הבירורים הפנימיים האלה יפה מאוד כל אחד לבד. השאלה עושים את זה ביחד. האם זה שאני משתדל בזמן השיעור במשכם לדמיין שכל החברים עושים איתי את אותו בירור פנימי, זה נקרא במשהו להתייגע ביחד? תראו, смотрите. Аймет, что альмацавим апнемиим. На самом деле, о внутренних состояниях запрещено говорить. Коли хат вейхат, увер коль мене мацавим. Каждый проходит различные состояния. Асурши хат нихнас ле. И запрещено. Ле мацав шля шини. Кому-то вникать в состояние другого. Мы можем говорить только об общем состоянии. Общее состояние – это важность цели, воздействие человека на окружение и окружение на человека, насколько каждый должен принижать себя, ценить группу как более высокую и так далее. Это общие вещи для каждого, и они не говорят о личных состояниях. Об этом можно говорить, об общей любви, об общей связи. То есть о том, о чем обычно говорится в книгах. Но если человек соотносит с этим свои собственные состояния, это уже нехорошо. И поэтому нам необходимо остерегаться, не мешать своими внутренними состояниями друг другу и не говорить об этом. И даже об общих состояниях, о любви к товарищам, об объединении, вообще о духовной работе. Вы знаете, что об этом запрещено было говорить, и об этом не было принято говорить, для того, чтобы дать каждому возможность продвигаться так, как ему это свойственно. Мы уже находимся на ином этапе, в периоде общего исправления, поэтому мы все позволяем поговорить больше. Но все равно необходимо все-таки понимать, что личные состояния человека – это его личные состояния. Да. Я хочу немножко глубже прояснить это. Я слышал от вас несколько раз, что каждый прилагает усилия очень хорошо, но если бы мы все дали бы маленький удар вместе, давно тут бы произошло что-то огромное. Вопрос – маленький удар, вместо того, чтобы пытаться лично выяснить какие-то вещи, как-то выяснять общее состояние всей группы, что я все время занимался только… Нет. Удар – это не значит, что ты спишь и выясняешь. Удар – это значит, что мы вместе производим усилия и выясняем, какое усилие мы должны сделать. Включиться друг в друга, соединиться. Каждому действовать ради группы. Находиться в отдаче. В притяжении света, возвращающего к источнику на товарищей. Каждому ради всех. Это то, что мы изучаем. Мы находимся в каком-то кругу, и каждый, если он отменяет себя и добавляет к этому кругу свое желание, то выходит, что внутри круга мы строим какое-то определенное место, общей отдачи, общего желания,
колихат миватель этот смо. Где каждый здесь отменяет себя. Каждый. У усе аля цмо цим цумалев. Делает на себя первое сокращение. Колихат усе аля цмо масах. Каждый. Вы колихат производит экран. Миштадель льет бенетина. И каждый пытается быть в отдаче. В отдаче всем. И тогда выходит, что здесь между нами мы строим единое сердце. Единое сердце. И единый разум. Амишутав. Общий. Амишутав. Общий. И в соответствии с совпадением по свойствам, то, что подобно Творцу, в соответствии с совпадением по свойствам, проявляется здесь сила отдачи, свет. Свет светит здесь. Аор мир бизе. Здесь светит свет. Лама? Почему? Потому что по закону совпадения по свойствам, вот так он светит. И тогда мы говорим, что все, что здесь происходит, все это называется душой. Клалит. Общей душой. Как кли, в котором светит свет. И свет, который приходит, называется душой или раскрытием Творца. Общей душой с раскрытием Творца. Вот и все. Атмуна азот и... Эта картинка должна быть на протяжении всего пути. Со всем остальным, что происходит. Здесь есть 125 ступеней эго, моего эго. Шани бе-эго эхат. Сначала я в первом эго, потом во втором и так далее, до 124 и 125. Я вот так каждый раз раскрываю его. Над ним я произвожу первое сокращение, затем экран, катнут, разумеется, и гадлут, малое и большое состояние, во входе ко всем. Вот и все. В этом вся наша работа. Эго, и насколько я на эго, насколько я поднимаюсь над эго, я именно здесь строю 125 ступеней алия. Подъема. Книса ли кулам? Вход в общее. И тогда это становится для меня миром бесконечности. Если вместе со светом бесконечности. Где я это раскрыл в связи между всеми. Когда все товарищи и все человечество, которое потом присоединяется. Тут вокруг каждого есть миллионы, которые присоединяются. И так все включаются в ту самую общую силу, которую мы установили. Здесь все человечество. Седа? Кен Орен. Да, Орен. Микрофон. Микрофон. Биом шиши, лифне кимат шбуаим, амарну, что мы нехнесим летткуфа мюхедет, что мы нехнесим кемес Европа, вьелену это Песах, венасе, откафа.
И мы будем производить атаку. Как вы видите наше состояние до этого момента, и что нам стоит добавить, чтобы мы в середине Песха, у нас есть еще несколько дней. Я не могу участвовать в вашей атаке, насколько вы считаете. Я не могу бежать впереди со знаменем и кричать за мной. Наоборот. Я должен стоять в стороне или сзади, или вообще не находиться в поле вашего зрения. Это первое. Второе, если ты меня спросишь, я чувствую, что во мне что-то раскрылось, какая-то возможность раскрылась в объяснении, более конкретном, более близком. К реализации того, что вам необходимо проделать. Я получаю новые возможности выразить эти вещи. Я чувствую, что эти слова у меня могут здесь находиться, здесь находиться, или здесь, я просто не могу выдать их наружу. Есть вещи в мозгу, которые невозможно связать вместе и как-то выразить в виде предложений. А теперь это происходит. Я в состоянии. Я чувствую, что можно это сказать. А раньше я и не мог по причине запрета, поскольку рано, поскольку сказано, не ставь препятствий перед слепым. Каждую игру надо давать ребенку в соответствии с его возрастом. И также не мог сам многие вещи упорядочить, выстроить для объяснения. Я вижу, что мы продвигаемся хорошо в виде подачи материала и его раскрытия по отношению к вам. Я своей работой доволен. Если ты меня спрашиваешь, я собой доволен. Если ты меня спросишь, действуем ли мы в правильном ритме в группе, тут всегда есть что добавить. Чем больше вы продвинетесь, тем больше я смогу добавить от себя. Делали ли мы достаточно для того, чтобы выйти в мир, или, по крайней мере, здесь, внутри нашего государства? Я думаю, что нам надо очень сильно увеличить скорость, потому что мир падает быстрее, чем мы успеваем объяснить ему, что происходит. Может быть, выходит, что я доволен только собой? Но пока что мы находимся в состоянии, когда нам не хватает действий, то есть практических действий в распространении, в реализации между нами, необходимо еще очень быстро и многое добавить. Сегодня у нас среди этих условий недель особый день, все израильское кли встречается на целый день объединения. Как, с какими намерениями мы должны быть, чтобы взять от этого максимум пользы в духовном смысле для продвижения всего мирового кли, всего человечества? Я думаю, что это должно быть не только в намерениях. Я, как правило, вижу, что приходит какой-то наш товарищ со своим маленьким ребенком и крутится там среди присутствующих. Это не означает, что мы делаем духовный пикник где-то там в Яр-Берешит, где стоит какой-то человек с белой бородой, делает какое-то усилие на сцене, и каждый себя ведет в соответствии со своим настроением, с ощущением, что это особый день.
Это не называется распространением, не называется духовным пикником. Духовный пикник – это значит, что вы находитесь в распространении. А я рассказываю то, что рассказываю, но вы в этом находитесь или не находитесь. Когда я вижу вас, крутящихся там с детьми, я не против детей, которые сидят у вас там на плечах, но я против этого подхода. Того, что происходит внутри. Я против этого. Это с пустым, с пустой головой и сердцем. Когда вижу, что там крутится. Какие-то личности. Папа, вышли погулять с детьми. Хорошо, но для чего вы меня позвали? Для чего вам тогда нужен этот ярмарок? Да идите в какой-то парк. То есть это должно быть распространением, массивным. Связи между товарищами в виде очень внутреннем и серьезном. Если ты спрашиваешь о сегодняшнем особом дне, вот это вот особый день. Ну, а я попытаюсь сделать что-то тоже. Что мне там особого рассказывать? Я видел, что мне утром послали тему. Я поговорю на эту тему, которую мне прислали. Но это не снимает с вас ответственность за распространение, которое вы должны проделать. Вы должны прийти туда как на военную операцию, а не на какой-то отдых. И вообще прекращайте думать, что есть отдых. Вся жизнь – это военная операция. Кен. Да. Что такое удар распространения? Удар распространения – это значит, что сегодня, кроме обычного распространения, ты знаешь, есть поезд, который едет с определенной скоростью, и вдруг она начинает ускоряться. Скажем, если она там опаздывает, если поезд куда-то опаздывает, должен приехать куда-то во времени, то он ускоряет себя. Так и мы, в течение этих часов, мы можем достичь многого, потому что мы свободны, мы не учимся, мы находимся вместе. И есть очень много людей вокруг нас, которые приносят чужие мысли тоже. Мы в состоянии преодолеть их. Есть у нас работа. У нас есть работа быть всем вместе, в единой мысли. Не важно, что мы там крутимся среди людей. Наших и не наших. Есть маком авуда. Есть место для работы. Это как бы мини-народ. Хотя это не совсем народ, он все-таки связан с нами, но мы должны использовать это для того, чтобы произвести удар в распространении. И чтобы это было у всех нас вместе. Вместе с нами. В эти дни есть очень много гостей. И желательно, чтобы они тоже получили впечатление от этого. Что от усилия в нашем желании и в действии, в желании и в мысли, чтобы это вошло и в них, потому что мысль действует, не слова. Это то, что они потом увезут с собой. В свои страны. Какие именно мысли и желания? Достижение цели, быть единым человеком с единым сердцем. Для того, чтобы в едином сердце почувствовать высшую силу в слиянии с ним. В этом цель. Что еще есть? Мы можем очень быстро достичь ее. Если мы постараемся работать вместе. Все? Да. На пикнике будет много ребят, которые приехали из-за границы.
איך כל אחד מאיתנו, מאלה שהיו מחול, צריכים להתנהג לא חיצונית, אלא פנימית, איך ליצור את זה? כל אחד מאיתנו צריך להתנהג בצורה מאוד פשוטה. Каждый из нас должен вести себя очень просто. מה שאני רוצה שיקרה, то, что я хочу, чтобы произошло для меня, для группы и для мира, об этом я и думаю. Вот и все. Об этом я и думаю. Пашут, мол, очень просто. Ли говорим, ли нашим, ли ладим, ли для мужчин, для женщин, для детей, для пожилых, для всех народов, для всего мира. Мы сегодня все находимся в одной лодке. Просто Ноев ковчег. Что написано на Ноев ковчеге? Все были там внутри. И никто друг друга не съедал. Все каким-то образом устраивались друг с другом. Потому что сам этот ковчег — это свойство бины, которая охватила всех и удержала всех. И поэтому они спаслись от потопа. От большого эго, которое бушевало вне этого ковчега и проявлялось в различных формах. התפרצויות הרגש והוריקנים וצונאמי извержение вулканов и ураганы и цунами чего только нет и снег и огонь והתיבה היא שומרת על אלו שנמצאים בה בזה שהם ограждает, сохраняет тех, которые находятся в ней, потому что они пытаются. Потому что они заботятся о нем. Насколько они заботятся о ковчеге, ковчег заботится о них. Ковчег — это свойство бины. Если ты входишь в свойство бины, ты входишь как в матку в этот ковчег. И тогда ты уже сохраняешься там. Тебе невозможно нанести вред. Ты огражден от различных вредных воздействий. Так нам необходимо объяснять миру, что все проблемы мира исходят из эго, которое бушует. И если мы выстроим для всех вместе ковчег, где люди не сжирают друг друга, находятся вместе в этом маленьком мирке закрытом, если мы из маленького нашего закрытого мирка сделаем ковчег, то мы спасемся. אחרת, כמו שכל היתר שנשארו מחוץ לתיבה. Иначе произойдет с теми, которые остались вне ковчега. Все утонули. זה מה שאנחנו צריכים להסביר. Это то, что нам необходимо объяснять. כן. Да. Мигель из Мексики спрашивает, Раф, эти группы за границей, которые будут смотреть в прямом эфире пикник, как они могут принять участие и тоже участвовать в этой атаке? В мысли, какая разница, кручусь ли я там среди деревьев и людей, или я сижу у себя дома с чашкой кофе и смотрю на то, что происходит, и нахожусь со всеми вместе. Нет разницы, какая разница, урок из Мексики, или мы находимся здесь в Израиле. Мы проделываем одно и то же действие. Я... жду Мигеля и всех остальных людей, где бы они ни находились, чтобы они были с нами вместе. Там есть вроде бы большой балаган, и пустое время, и люди крутятся, и каждый не знает, как обычно, что ему делать в таких вещах, в таких местах. Все крутятся, переходят с места на место, но главное намерение, которое внутри. Что я делаю на пикнике? Кручусь вот так вот несколько часов и потом возвращаюсь домой. Есть еще игры объединяющие. Ну, я утрирую, но только поймите, что происходит на пикнике. Пикник — это место для внутренней работы. Вместе с объединяющими играми, и едой, и лекцией, и семинарами. Там наверняка Дани что-то будет там играть. Рои будет прыгать и петь. Ну и... Все должно быть. Может быть, и дети что-нибудь споют, и что-нибудь сделают на сцене, что-нибудь красивое. Если у вас есть какое-нибудь такое представление, это очень размягчает сердце. Но главное — это наша внутренняя работа.
Кстати, тихалиот вода хитсонит. Разумеется, должна быть и внешняя. И для нашим симха хитсонит. Чтобы у людей была такая внешняя радость. Но вместе с этим все находятся внутри. Ну, кен. Да. רק באמת להגיד שנפגשנו פעם ראשונה לגבי הפיקניק הזה, אז דיברנו איך בכותלים הייתה קצת התפזרות, אז הפעם כל המטרה הייתה ממש להניח את אבן היסוד של המשפחה הכללית, להניח את היסוד שלה, והנוער ארגנו הרבה מהפיקניק, והקבוצות בארץ ארגנו הרבה, זה יהיו הרבה יותר פעולות ביחד. אז הכוונה שזה יהיה הרבה יותר משפחתי וזרימה אחת כללית לאורך הכל. Йофи. Хорошо. Байеров и нану клума ем, кен? Вечером сегодня ничего нет? Ага, пикник. После пикника. Эншум давар. Ло сауда, вело шуу. Ничего, ни сауды, ни урока, ничего? Платет шам мака. Ну так, платите там удар, а потом идите спать. Кен, мишам басов. Да, кто в конце? Кен. С рукой. Ну? Да. О, Гриша. Мишпат эхат. Гриша, одно предложение. Ну? Является ли дежурство проявлением внутренней работы? А има торанут и битуйшла вода пнимит? Ло. Нет. Зе авода хитсонит? Это внешняя работа. Авода пнимит, зе авода пнимит. Внутренняя работа, это внутренняя работа. Ламот бамишмерет шили, кен? Я могу ולחשוב על הדגים בים. Ну, авода пнимит? В своем дежурстве. Они не взяли. И думать о рыбах в море. Это что, внутренняя работа? Ты выполняешь какую-то функцию, но никакая функция в нашем мире не обязывает тебя, не вызывает у тебя духовную работу. Тут ты сам должен себя обязать. Кен. Да. Меня уже полтора часа не оставляет ощущение, что вы нам объясняете один очень известный святой принцип. בשעה וחצי לא עוזבת אותי הרגשה שאתה מסביר לנו עיקרון אחד קדוש. отношение к миру, к группе, к творцу, я буду кем я буду. Это он я. היחס לקבוצה, לבורא. На кончиках пальцев я не могу это выразить. לעולם יהיה אשר יהיה. שאני צריך להתייחס לעולם. Когда я должен относиться к миру и к творцу и к группе, ко всем, кроме меня, לפי המצב המתוקן, в соответствии с исправленным моим состоянием. כן? שאני יהיה אני, זאת אומרת, что я буду בצורה המתוקנת, я в своей исправленной форме, в которой я должен быть, המערכת, потому что я часть общей системы. לזה אני צריך לדאוג. Об этом я должен заботиться. נכון. Верно. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לזוהר. Мы сейчас переходим в Зоар. На седьмой странице. מהחוברת. Из брошюрки. אנחנו קוראים מספר זוהר לעם, פרשת שמות. זוהר לעם, פסח בעמוד 7, глава שמות, седьмая страница. לחם לא אכל ומים לא שתה. Мы читаем с заголовка «Хлеба не ел и вода не пил». Можно смотреть трансляцию и задавать вопрос на сайте kaps.tv. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. «Лехем ло ахал умаем ло шата» – это беховерет песах бамут 7. Глава «Шмот, хлеба не ел, вода не пил» – 200. Седьмая страница, 251 пункт. «Яшав раби Шимон». ורבי אלעזר בנו עומד ומפרש דברי סודות החוכמה, והיו פניו מאירות כשמש, והמילות מתפזרות ומעופפות ברקיע. ישבו שני ימים שלא אכלו ולא שתו, ולא היו יודעים אם היה יום או לילה. כשיצאו, ידעו שכבר חלפו שני ימים שלא אכלו כלום. Не ели они ничего. Шимон, изрек в связи с этим раби Шимон. 40 дней и 40 ночей Моше был с Богом. Лא ни хлеба не ел, ни воды не пил. А что же с нами? Удостоились мы слияния с Творцом на один час, а было так, словно два дня промчались над нами в свете Творца. Когда не знали мы, Моше, где мы? שהכתוב מעיד а Моше, который свидетельствует, как свидетельствует Писание, 40 дней и 40 ночей был с Богом.
Что уже говорить о нем? 252-м году, когда Раби Хия рассказал эту историю своему отцу, Раби Шимон бен Гамлиэль, Раби Шимон бар Йохай, Раби Шимон сын Йохай, это лев. Раби Элазар бно, Раби Элазар его сын, лев. Вен Раби Шимон, и не равня Раби Шимон остальным львам. О нем сказано, льва рыкающего, кто не испугается. А если высшие миры трепещут перед ним, что уж говорить о нас? Это человек, который никогда не должен был назначать пост за тем, как просил и молился. Но то, что он назначал, Творец выполнял. Творец назначал, а он отменял. Как сказано, оплот Исраэля управляет человеком. Праведник управляет страхом Творца. מושל Творец управляет человеком, וצדיק, а праведник управляет Творцом. Когда он издает указ, а праведник отменяет. Заголовок «Над всеми божествами Египта совершу расправу». 317. Что думали египтяне, запретив Израилю плодиться и размножаться? Из таких соображений исходил поставленный над ними правитель, заранее такое в сердце их, ибо сказал народу своему правитель их, только сказал он им, будет вам известно, что в будущем выйдет один из сынов Израиля, и рукой его будет совершен суд над вашими божествами. Когда точка в сердце, она пробудится, исходя из желания, и желание получать будет действовать ради отдачи. Это в сущности должно произойти. Должно быть результатом эгоистического развития после разбиения килим. Начинают развиваться килим эгоистически. За счет того, что именно искры света. А я кливоряхат был свет и клим вместе. Как бы исправленное состояние, состояние катнут. Катнут. Малое состояние. Ахарках нихнас аор. Затем вошел свет. Ве и вили мацафа гадлут. И вызвал большое состояние. Гадлут. Мацафа швира. И из большого состояния это перешло в разбиение. И есть дальнейшее развитие, следующий этап – это развитие. Развитие за счет чего? За счет того, что искры, искры света, шелаор, нихнасот, ле рацион входит в желание получать. Ле рацион ле кабель. А лидей зе рацион ле кабель матхилит патеах. За счет этого желание получать начинает развиваться. Начинается эволюция. Оно развивается. И это развитие. Достигает того, что эгоизм растет, за счет чего? За счет того, что в нем действует свет, желание. Это как тесто, которое разбухает, поднимается на дрожжах. И эгоизм так вот разбухает. Можно же так сказать. И достигает того состояния, которое мы чувствуем сегодня. Все это происходит при помощи света, который находится в нем. И эгоизм, который вот так вот поднимается. Мы видим, что этот эгоизм начинается с обезьян, потом разные там люди, пока это доходит до Адама Ришона. Адам Ришон.
וכאן אנחנו נמצאים בדרך הזאת בהתפתחות. Мы находимся. אנחנו נמצאים באיזשהו צורה כאן. אז в развитии на этом пути мы находимся. מה כתוב? Где-то здесь. И что написано? Отец лацет мтох рацион лекабел ницут. Выйти из желания получать это искра, которая разовьется. От Адама Ришона, это первая искра, которая вышла из эгоизма, и до наших искр, которые выходят из эгоизма и приводят нас уже к исправлению. Да. Очень юнхет. 318 пункт. В час, когда передал Моше старейшинам, и над всеми божествами Египта совершу расправу, удалился Дума, поставленный Египтом, над Египтом, охваченный сильным страхом, на 400 парсаот. Сказал ему Творец, вынесен приговор предо мной, и не подлежит обжалованию, как сказано, накажет Творец воистину небесное в вышине. И в тот же час было забрано правление у него, и назначен был Дума правителем ада, осуждать там души грешников. 319. И над божествами Творец совершил суд. Разве какие-то суды производятся над божествами из серебра, золота, дерева и камня? Но было так, что божества из серебра и золота расплавлялись, а из дерева сгнивали. 320. Божеством Египта был ягненок. וציווה הקדוש ברוך הוא לעשות בו שפטים, לשרוף אותו באש, כמו שכתוב, פסילי אלוהיהם תשרפו באש, כדי שיהיה ריחו נודף. ועוד, ראשו על קרב ועל קרבו, בדרך ביזיון. ועוד, שעצמותיו מושלכים בשוק. וזאת הייתה למצרים קשה מכולן. זהו שכתוב שפטים. שכ"א. 321. באלוהיהם ממש עשה שפטים. וזהו השר שלהם, לקיים יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. וכל זה היו יודעים החכמים שבהם. וכל שכן השר שלהם. על כך כתוב, הווה נתחכמה. שכ"ב. 322. הרבה עבודה זרה היו במצרים. ונהר נילוס, אלוה שלהם היה, והוא היה בכלל אלוהיהם. ובכולם עשה השם שפטים. אלוהיהם מוקים תחילה, ואחר כך האומה. А затем уже над народом. И также Нил понес наказание первым, а затем деревья и камни, которым они поклонялись. Как сказано, и была кровь по всей земле египетской, и на деревьях, и на камнях, которые были их настоящими идолами. Но ведь сказано, воинство небесное в вышине, а про Нил сказано, и Нил был не в вышине, а на земле. לרוב מימיו של נילוס הם נדמים כמו שהיה הנהר במרום. השר שלהם מוכה בתחילה, ואחר כך שר אלוהיהם. אז затем все остальные божества. קשה מאוד, קשה מאוד. Николя, очень тяжело из всего этого образа представить, что говорится о природе человека и разных свойствах. Вне желания получать, и как оно питается от нашего эгоизма, от гордыни. Это Нил особенно выражается так. Гордыня человека, это он так держится. Главное быть выше Творца. Это наша основа. И исходя из этого, он желает быть больше всех, больше остальных, быть известным, быть сильным, умным, чувствующим, понимающим. Исходя из этого, здесь есть хорошее желание к развитию, быть больше. С другой стороны, он хочет быть больше. Почему? Лишь лота для того, чтобы властвовать над другими.
Если просто больше, то это хорошо, но властвовать над другими. И отношение к ближнему, если он исправляет, то достигает того, что становится как Творец. И в этом вся борьба, в этом вся разница. Мы обычно считаемся самим действием, а не с производным от него, не с намерением. А духовное, там не говорится о формах, о самих образах, но о намерениях, которые стоят за этими картинами, за этими образами, за тем миром, который мы видим. Поэтому здесь существует проблема. Не знаю, как сказать. Есть, может быть, какой-то пример из техники. Когда существует некая картина, и за ней мы видим, ну, как в компьютере, мы видим эти жучки на мурашки такие на экране. Это система, которая показывает нам картинку. Есть такие разные иероглифы. Это не иероглифы, это больше даже похоже именно на египетское письмо. В этом проблема. То, что написано, но как понять, что именно написано, потому что он пишет нам в материальных образах, а мы за этим должны увидеть духовное значение, это намерение, не картину. Скажем, мы ничего не знаем. Прибыли какой-то пейзаж, мы видим, что все радуются, танцуют, выпивают друг за друга. На этом балу. А потом приходит кто-то и начинает рассказывать, что здесь происходит. Эти ребята, скажем, эти люди, они просто взяли Ахароншилаем и приняли наркотики и пришли отпраздновать день своей смерти. Валь, и они совершенно просто пропадают, но чтобы не думать о смерти, они приняли эти наркотики и устроили праздник по полной программе. Что вот, как будто бы завтра не существует. И тогда я смотрю на это иначе, на все это мероприятие. А за коль-то Лубикова на. Ну, поэтому все зависит от намерения. Тов, уврим ле... Но переходим... Не рей талмуды за сферот, а? Ну, давайте попробуем учение 10 сферот. 116-я страница. Мы читаем Талмуд 10 Сфирот, учение 10 Сфирот, 6 том, 15 часть, в брошюре Песах, это на 116 странице, 30 пункт. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv, избранные из них будут заданы в прямом эфире. Талмуд 10 Сфирот, 6 том, 15 часть, 30 пункт. וזהו עניין מה שאמרו בזוהר, דינין דתחורה, תקיפין ברשע, ונייחין בסייפה. כי כל... תתרגם. שדינים דתחורה. переводи, что такое דינים, суды. דינים דתחורה. דזכר. Это זכר, мужская часть. Они вначале твердые, сильные и мягкие в конце. Потому что все דינים זרמפינים в его ноги, и когда распространяются они внуками, в них становятся мохин, и тогда они становятся мягкими в конце, когда возвращаются к свойству мохин. Но когда находится в этом свойстве, включая в себя зад и гар в его рожь-неи, тогда в завершении есть твердый диним, и тогда выходит серый и огнем, диним, эти жесткие диним с небес. И тогда зарампин, для зарампина нет милосердия рахамим, а дин.
и тогда называются рахамим, происходит это все в рош денуха. Прежде всего, то, что понимаете, понимаете, то, что нет, это не важно, важно намерение, о чем мы думаем, к чему мы стремимся именно во время чтения, во время учебы. Потому что мы изучаем огромную систему, в которой мы находимся, и в этой большой системе воздействуют силы, о которых мы читаем. И вопрос, что я хочу от этих сил. Я нахожусь сейчас под их воздействием на меня, я хочу, чтобы они повлияли на меня более целенаправленно. Каким образом? И тогда что я требую? Это очень важно. Это важнее, чем то, что мы слышим текст. Поэтому тот, кто видит нас по телевизору или в интернете, на расстоянии, или те, кто близко находится, есть та же работа. Прежде всего, в то время, когда мы читаем какой-либо материал, насколько я понимаю, его не важно. Именно тот материал, который я понимаю, он меня путает. Он уводит меня в разные мои внутренние состояния, в мою психологию, как я отношусь так или эдак. А материал, который я не очень понимаю, это важнее, потому что тогда я нахожусь в нем, в ощущении растерянности. В ощущении того, что я не имею отношения к этому. Или как пишет Бали Сулам в 150-м пункте учения, предисловие к учению 10 сферот. Несмотря на то, что не понимают то, что учат, но через желание и мощное устремление понять, что учат, пробуждают на себя света, окружающие их душу. Вот. То есть, когда я нахожусь в этом большом желании понять, что я изучаю, когда я не понимаю. То есть, тот, кто не понимает, больше. Он здесь больше выигрывает, потому что у него есть большее желание. Поэтому сказано, не умный учится. Если кто-то думает, что он умный и понимает. А именно те, кто чувствует, что у них нет ничего. Что вчера я учился, понимал, что-то чувствовал сегодня, я снова пустой, еще больше, чем вчера. Такой человек, он очень преуспевающий. И он достигнет большого успеха, если он чувствует себя каждый день более опустошенным, чем вчера. И тогда, согласно этой пустоте, которую ощущают, тогда требуют. Что требуют исправления? Не просто «дай мне там что-то», нет такого «дай мне». Это находится. Чего тебе дать? Это находится здесь, в воздухе, все. Необходимо только килим. Поэтому требуют внутреннего исправления. Это правильное требование. Это называется «хотят слиться с тем, что изучают». То есть быть в этой картине чувственным. Войти в то, о чем говорит здесь Бали Сулам. Просто жить этим, ощущать это. Вот это далее. 31-й пункт. И об этом говорится о выходе солнца из скрытия. То, что говорится в тикуним, поскольку солнце — это зранпин, а это оболочка нартика, это Малхут. И называется Малхут, выходящая из скрытия. И выходит, что солнце выходит и сжигает мир жесткими судами. И выясняется, что происходит это лишь в будние дни. В шаббат же происходило паним бе паним. Зрампин за некра шемеш. То есть Зерампин называется солнцем. Солнце сжигает мир, это как бы пример, что свет воздействует на нас, и тогда мы не можем существовать. Он сожжет нас, поэтому мы должны существовать таким образом, когда солнце находится в каком-то
укрытии, в какой-то оболочке. Что значит в оболочке? Когда Зерампин облачается в Малхут и светит душам, находящимся в Малхут, которые присоединяются к Малхуту из миров Бия. Давайте это изобразим. Здесь есть такой махсом, такой особый барьер, который называется Парса. Над Парсой у нас есть мир Ацилут, здесь свет. Аор. Свет. Мир. Светит. Ешкан парцуф шинекра зерампин. Тут есть парцуф, называемый зерампин. Шемеш. Солнце. Зерампин. Зерампин. А Малхут митлабешет алав. Малхут облачается на него. Ми хазе шело вимата. От его хазе и ниже. Зе амалхут. Вот это Малхут. Малхут беацма. Сама Малхут. И ктана меот. И рак она никуда. Очень маленькая, она лишь точка. А все ее девять нижних сферот находятся внизу парса. Под Парсой. Здесь сама Малхут. Малхут Ацма. Велимата канзе тет сферот шла атахтанот. Они же ее девять нижних сферот. Вада Малхут. Начиная от Хохмы и до Малхут. Ва Малхут шишна канзе акетер. И Малхут, которая находится здесь, наверху, это кетер. Кетер. Кеше векан немцаот нешамот. А здесь шурот. Находятся разбитые души. Кинешамота шурота эру. Эти разбитые души роцот ли такен, желают исправиться. Эм мицтарфот ле эм бонот. Это тет тахтонот аэру. Они выстраивают эти девять нижних сферот. Малхут. Мисадрото там. Организует их, лепарцуфа Малхут. И это Малхут, она становится парцуфом. Шемитлабеш аля зерампин, которая облачается на зерампин от его тиферет. Зерампин называется Акадош Баруху. Святой и благословенный. Это одно из имен Творца. Это источник света. Макор Аор. Зато мерт бемида шены шамот. То есть в том мире, в который души хотят объединиться вместе. Эм мецтарфот ле. Они. Эм мецтарфот ле Малхут. Присоединяются к Малхут. Бемида шем рцот ле итхабер. В той мере, в которой они хотят соединиться. Нешамот биклалут. Души, чем немцаот кан, в общем, эм некраот, которые находятся здесь, аулам, называются народами мира. Немца, нешамот, ше роцот литхабер, кидей лагия ле зерампин. Души, которые хотят объединиться, чтобы достичь зерампина, называется Исраэль. Ишаркель, прямо к Творцу. Лахен Малхут беацма некрет. Поэтому сама Малхут называется Кнесет Исраэль. Конесет коля нешамот, которая Конесет собирает все души, ле которые желают соединиться с Творцом Зерампином. Ве эх Зерампин мир, и как Зерампин светит? Зерампин может светить Малхут только в той мере, рак бамида,
который Малхут дает ему такое пристанище. Иначе он сожжет души. То есть в том мире, в который у них есть соответствие, когда души поднимаются на выше собственные выгоды и желают быть покрытием, укрытием для зарампин. То есть они сами покрывают себя, прикрывают себя от зарампина. Прикрывают себя от Творца. Я не хочу раскрывать Творца. Я хочу доставить ему наслаждение, отдавать ему. Потому что если я раскрою его, то это будет для себя. Так как же мы все время стремимся к раскрытию Творца? Мы хотим, чтобы он раскрылся в наших отдающих килим. Дальше. 32 пункт. Ламедбет. И это продолжается, пока не продолжалось, пока не пришел Авраам и не спустил первые раке. И это свойство хесед в нем, которое распространяется вниз. Поскольку Авраам — человек хеседа, человек милосердия. И произошло это до Моше, распространилось до него Малхут, распространившись девяти нижними сферот. Ахор ниже хазе, и поэтому нет в нем света в первых, в пяти первых, которые светили бы в нем. Еще раз 32 пункт Ламедбет. Это продолжалось, пока не пришел Авраам и не спустил одну ракия. И это категория хесед в нем, которая распространилась вниз. Ибо Авраам иш хесед. И так и продолжалось до Моше, тогда распространилось и Малхут в нем, распространились девять сферот в нем, в виде обратно Ахор Баахор, ниже Хазе, и все еще нет света в первых пяти, светили бы в нем, и все это опять только в будние дни. То есть пока килим не распространились до свойства Моше, хесед город Тиферет Нецах, пока это не распространилось, ничего не вышло. Моше находится на ступени, которая после Авраама. Поэтому он выполняет эту роль, он продолжает ту же функцию, что и Авраам. Авраам это хесед, хесед гура тиферет, это Авраам, Ицхак и Яков, они так называются, и Моше это нецах. Шану от ламедбет ор пними. 32 пункт ор пними внизу. Распространилось также Малхут в нем, и распространились 9 сферот в нем, в виде Ахор Баахор ниже Хазе. И нужно уточнить, ведь написано, что до тех пор, пока не пользовались одним кетером, нуква должна получать от зарампина. Выходит, что ее малхут включена в его эсот, и в ней есть лишь 9 сферот, и недостает малхут. И не имеется здесь в виду распространение ее настоящий малхут, а лишь свойство распространения ее венца, атерет есот. Как известно, то, что происходило за счет Моше. Еще раз 32 пункт. Распространилось Малхут в ней и 9 ее сферот в виде Ахор Баахор ниже Хазе. Нужно уточнить, что написано, что до тех пор, пока не пользуются одним кетером, нуква нуждается, должна получать от зарампина. И выходит, что Малхут ее включена в его эсот. И нет ей ничего, кроме 9 сферот ее, и не достает Малхут. Не имеется здесь в виду распространение ее настоящей Малхут, а лишь категории распространения Атерет Йесод, венца Йесода, в виде подобно тому, что было у Моше. Ну, переходим к следующей части урока. А прежде споем вместе песни.
נטפס לו נממש את החיים מלא כבר עשה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשאיר כאיש אחד נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יצאנו לגלות שנמשך עד שנת 2000 עכשיו זהו הזמן עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים בספר כתבי רבש כרחל כאמר מי שחיזק ליבו בעמוד 121 זה נמצא אצלנו בחוברת פסח בעמוד 130 תן של שאלות באתר קבלה לעם קאפסיואל שאלות נבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור מאמר מי שחיזק ליבו בעמוד 130 חוברת פסח בזוהר בשלח כתוב שם וזה לשונו ואמר רבי יצחק, לא מצינו מי שחיזק את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא כפרעון. אמר רבי יוסי, הרי סיחון ואוג חיזקו גם כן את ליבם. אמר לו, אינו כן, הם חיזקו את ליבם כנגד ישראל, Это не так. Они ожесточили сердца свои против Израиля, а не против Творца. Фараон же ожесточился именно против Творца. И даже видя всю его мощь, не вернулся он к нему. ויש להבין מהו ההבדל שהם לא חיזקו את ליבם לפני הקדוש ברוך הוא או שחיזקו את ליבם נגד ישראל הלא כל השנאה שיש לגויים נגד עם ישראל הוא רק מטעם של העם של הקדוש ברוך הוא כמו שאמרו חז"ל מהי הר סיני שירדה סיני לעקום ולגופו של עניין, היינו בקשר לשנאת ישראל, הנה פרעה היה שונא את עם ישראל ורצה לשעבד אותם. ומשה בא בשליחות הקדוש ברוך הוא, אז לא רצה לשמוע. Творца отпустить народ его не захотел слушать фараона и сказал, кто такой творец, чтобы слушаться его? Почему фараон не захотел слушать? О том, что Творец — сила большая, ну, чем он. Майер. Быстренько. Ну, Майер. Пожалуйста. Позволить человеку подняться над фараоном.
Как можно подняться над фараоном, если фараон говорит, что он больше? Каким образом можно больше подняться? Наоборот? Кен? Да. Мабыч ли это? Он теряет власть. Фараон мабыч ли это? Фараон теряет власть? Да нет, наоборот. Он говорит, я управляю. Он делал, что хотел. В чем был вопрос? Почему фараон не слышит, что Творец более силен, чем он? Ну? Как это микрофон кроати, возьми микрофон и чтобы достичь большего слияния с Творцом. Лама? Почему? Эвзеувет. Как это работает? Здесь я уже не знаю. Ну, ответ правильный. Ну, просто как это работает? Помогите ему. Как это работает? Чем больше я чувствую, что это мне мешает достичь Творца, я должен соотносить это... Не могу подобрать слова. Дай микрофон ахора. Ну, передай микрофон назад. Помогите. Ну-ну. Пока желание получать усиливается, оно царствует. И тогда начинается работа, когда мы должны сократить разрыв. Ну, так он набирается сил, ну и что? Ну, так я вижу, что мое... Это все сильнее. Что дальше? Я вижу только его, я не вижу Творца. Ну, вы макурел хейма там. И что произойдет, если это происходит, если видишь только его? Это как бы этап, когда я чувствую, что я царь. Ну, так ты царь, ну и что? Я отождествляю себя со своим эго, и я управляю. А потом, что они микабели зашли, так... Так что вдруг я получу какое-то другое управление? Но? Приму его. Так, держи микрофон. Дальше. Талмид Мисраэль умер, ухаяв ли Каем, Израиля пишет, что он должен существовать, потому что если Творец большой, тогда фараон сам не существует. Это частичный ответ. Я достигаю разочарования в собственных силах. Какое отчаяние? Кто я? Говорится о эго, который никого не берет в расчет, и с ним все нормально. Насколько? Чем больше я учусь, чем больше я работаю с товарищами в группе, во всех остальных местах и так далее, мое эго набирается сил, слава Богу, становится еще больше. Я уже понимаю науку Каббала немножко, еще много всего, я собираюсь весь мир завоевать, я понимаю, как я буду управлять всем этим миром, я все понимаю, чувствую все. Мне плохо, мне очень хорошо. Что в этом плохого? Фараон говорит, все мое. Замечательно. Я учу науку Каббала, мое эго растет. Я хочу познать духовное. Сколько ангелов в небе, все 10 сферов, миры, парцуфы. Я обогащаюсь всем этим. Я к тому же умею выполнять действия по отдаче. И этим я наслаждаюсь. С товарищами, со всем. Жизнь стала тише, спокойнее. Не волнуют меня все эти физиономии, которые бродят по улице. Все, что происходит на бирже, в банках. Да какое мне дело? Я уже... А мне хорошо. Этот мир, мир будущий. Я собираюсь завоевать все. Фараон очень обогатился сыновьями Израиля в Египте. Ему выгодно, ему очень выгодно. Ну? Ну? Вот. Еще? Ну? Маурим Михуль. За границей что говорят? Не за границей, а Йосеф из Иерусалимской группы говорит так, что так будут раскрытия всех килим, а ребята из Хулон и Ришна, которые все вместе говорят, что фараон растет, и тогда есть большая сила
исправить и сделать его ради отдачи. Илай говорит, чем больше сопротивления, тем больше Творец может раскрыть свою силу. Все это так. Ну, предположим. Хорошо. Это в общем все вместе. Человек должен сопротивляться Творцу для того, чтобы он вырос и чтобы... Творец победил. Если победит маленький Творец, то и он, соответственно, будет чуть больше, чем тот маленький. Если он вырастет, то этот вырастет. Оба вырастут, и потом он победит Творца, то, конечно, он уже будет большим. И мы на самом деле так и приходим к ситуации, к состоянию, когда мы раскрываем желание получать как каменное сердце Левевен, и это уже... Он на самом деле большой. Фараон. Ну, вы нам читаете? И немножко продолжим. Нахмам Шихим, Мяшлашим Хатуралев, Башура Ашер Ишма Бекулу. Весихон Веог, Гамлеем, Ая Синат Исраэль. И Ог тоже ненавидели Исраэль. Легабей Исраэль. И причина ненависти Сихона и Ога к Исраэлю в том, что ожесточили сердца свои против Исраэля, что народ Израиля не важен. Исраэль лохашув, лахен соним ненавидит его. Митам, как и фараон ожесточился в сердце своем против Творца, что Творец не важен в глазах его, поэтому есть у него ненависть к народу Израиля. И если так, то в чем разница? И необходимо знать, что есть два препятствия, стоящие против человека, ולא נותנים לעבור את המחסום להגיע לאהבת השם, מחסום, היות שהאדם נולד עם רצון לקבל לעצמו, ואינו מסוגל לעשות שום דבר בלי כדאיות. היינו, שהאדם יכול לוותר על קבלה עצמית בכדי להשפיע משהו למישהו, אם זה נותן לו סיפוק נפשי, אז הוא יכול לוותר על קבלה עצמית. Лдума, а Адам и Сугал, например, человек может работать для важного человека. Им нагид, чтобы адмо большой человек появляется в аэропорту, Бенатан лехад мехасидим шено и дает его одному из своих поклонников, хасидов. А затем хасид дает ему $100 за то, что хасид помог ему. Конечно, поклонник откажется от оплаты и возвратит эти $100. И почему тогда Рав спрашивает его, почему ты отказываешься от оплаты за свой труд? Может, я оплатил недостаточно? Ведь если бы великий в его глаза человек дал бы $10 простому носильщику, то он был бы доволен. Так почему же ты не желаешь получить плату в виде денег? Потому что имеет возможность услужить своему кумиру, что стоит в его глазах, что стоит в его глазах больше $100. И что, он, что этот хасид зарабатывает? Что зарабатывает эго хасида от того, что он бесплатно тащит чемодан? Где он берет энергию? С какого уровня он должен набраться этой энергии? В чем его прибыль? Без этого, ведь без этого машина, которая называется тело человека, не сдвинется. Да, Дани. Милуй бе кавод. Наполнение важностью, уважением, важность, уважение. Хасид служит кому-то и получает от этого уважение. Почему? Связь с кем-то, кого он видит большим, великим, известным, и он потом может рассказать им, как он помог ему. Гуф и хат. То есть здесь есть одно тело, один гуф. Шеникра рав. То, что называется рав. Гуф шини. Они рушим там каха, кен? Второе тело, Шеникра, второй гуф, Тальмид, который называется ученик. Шеникра хасид. Есть третье тело, которое гуф называется ли. Хасид. Четвертое. Шеникра
Гвуца. Называется Квуца группа. О, от Гуф. И еще один Гуф, Каль, который называется Народ. Нагид. Ну, Каль. Так предположим, население. Аз им за хасид. Так если это хасид, относительно нет, хасид за царь Адмор. О, никто вот Адмор. Еще один. Нарисуем Адмор. Назовем это Адмор. О, Ребе. Или Ребе. Каха. Ну так, понятнее. Насаках. Аз им за хасид клапея Адмор. Говорится о хасиде относительно Ребе. Где он берет энергию? Ты говоришь уважение. От чего у хасида будет уважение? Шиковод зе уважение. Хомер делек. Когда кавод становится его топливом. Откуда появляется это уважение? А? От людей, которым он может рассказать. То есть этот хасид, он должен, он нуждается в том, чтобы были люди. То есть люди дают ему уважение, если он служит Ребе. Адмор. Адмор. Адмор становится средством для того, чтобы получить от людей уважение человеку. Так он выстраивает свою жизнь. Ему нужны люди, ему нужен Ребе, и тогда он получает уважение, он чувствует себя, что он наполняет себя. Так? И тогда, чем больше людей, и ценят, уважают этого Ребе, то хасид в состоянии насладиться больше. И, соответственно, вся его работа, все усилия, которые он прилагает, усилия, пишем усилия, все его усилия, это, по сути, не усилия, а вознаграждение. Само по себе он чувствует, что сколько бы он ни потрудился, он больше наслаждается. Замечательно. Это если мы работаем как человек, который исходит из желания получать. Вот так. Им исходит из желания получать. Если человек действует на основе желания отдавать, скажем, это ученик, предположим, что здесь есть такой, он действует на основе желания отдавать. Желание отдавать. Так как ученик будет относиться, у него уже нет Ребе, Адмора, он как бы отдает, относится к раву. Где он берет энергию? Кавод? Уважение? Оло. Или нет? Ма хомер делек шело? В чем его энергия? Величие рава. Откуда у него будет это величие? Гадлут. Величие. Рав. Рава. Зе хомер делек. В этом это энергия. Хомер делек. Кен. Шезе у микабель миа гвуца. Это он получает от группы. Малорак. Почему не только? И учеба, и рав. То есть имеется в виду, что рав его учит. Рав направляет его на свойство отдачи. Также на учебу. Там учат важность, величие и на группу. Да, от окружения тоже. Ну, хорошо, от окружения. И в чем вознаграждение, если так? Усилие. А?
שחר זה ללמוד לעבוד בלי לקבל שחר. Усилия научиться работать, чтобы не получать вознаграждение. Кто даст ему энергию, чтобы он приложил усилия получить подобное вознаграждение? Ген? Да. Это уже не относительно желания получать, а относительно нашей общей работы, которую мы проводим относительно окружения, объединения. То есть, для того, чтобы отдавать Раву, он должен, в нем должно быть желание отдавать. Иначе он не в состоянии ему отдавать. Или он относится к нему как к адмору, как подобно хасиду, но в ту секунду, когда он переходит от того, чтобы быть как все, или подобно ученику в школе или хасиду, человек, который пользуется желанием получать, как только в нем начинает прорастать желание отдавать, точка начинает пробуждаться, он сразу же теряет возможность уважать Рава, почитать его отношения. Отношения между Равом и учеником меняются, он уже не в состоянии получить важность от окружения. Что дает хасиду? Хасиду это несет наполнение. Когда он заботится о адморе. Что дает ученику возможность служить Раву? Какое наполнение он имеет? Какая важность у него? Ну, хорошо, допустим, что группа дает важность. Хотя тоже не ай-яй-яй. Не настолько, насколько в хасидизме. Это ясно. Но что он выигрывает? Ну, ты не хаешуха. Ну, передай дальше. Отмену себя возможность. Битуль яхолет лалехет мэля эгу. Возможность двигаться над эгоизмом. Что он выигрывает? В этом я не вижу прибыли. Какова прибыль ученика, который из точки в сердце, из желания отдавать, начинает отменять себя перед Равом? Это момент, который совсем непростой. Ну? Свет возвращающий источнику, а Ор Макит на него действует, и это возможность получить важность света больше. Форматирует его этим. Но это более точно. Ну? Дальше. Ты мне хора. Сзади. Связь с высшей системой, с Творцом. Связь с Творцом. Тоже верно. Ну. То есть, в той мере, в которой у него есть группа, учеба, то впечатление, которое он получает от них, он может отменить себя перед Равом. И Рав вводит его в систему. Он прилепляется к Ахапу Высшего и начинает приобретать форму духовной модели. Насколько в состоянии ввести себя в эту модель, это он должен. Модель, насколько он помещает себя в нее, это, скажем, или как пластилин, или тесто, он должен внести себя в некую форму. Это не просто, это очень неприятно. Возможно. И тогда он принимает форму, когда она восполняется. Он может существовать как-то самостоятельно. Хорошо. Ну, по сути, все.
Продолжим читать. Ой, ману, шебаву, адам хашув, однако видно, что для кого-то важный человек в состоянии работать без особой оплаты. Для какого-то важного человека он в состоянии работать без обычной оплаты, и поэтому, когда начинает выполнять Тору и заповеди ради Творца, в состоянии человека отказаться от самолюбия ради Творца. В чем же проявляется препятствие в работе над Творцом, чтобы человек не смог идти к Творцу? Препятствие проявляется только в одном. Оно не дает возможность представить человеку величие и важность Творца. Следовательно, вся сила, что есть у нечистых сил, ситрахры, направлена против Творца. И говорит она человеку: я знаю, что ты сильный человек, что ты можешь справиться с пагубными желаниями своими, не как люди слабые сердцем и характером, ты же сильнее всех. А то, что ты не идешь путем правды, это потому, что цель не очень важна, чтобы ты аннулировал свое «я» из-за нее. И этим она мешает ему достичь цели. Значит, разница между важностью Хасида, его важностью к Ребе и важностью ученика по отношению к Раву или к учителю. Красным написали. Учитель. Важность в том, что здесь в отношении ученика к Раву должно быть величие Творца. Величие Творца. Иначе никакой потребности в отмене себя перед учителем. Ибо все время... Да, и почему? А я спрошу, для чего мне говорить? Почему? Почему мне необходимо величие Творца, чтобы было предо мной, чтобы я требовал величия Творца? Потому что даже к учителю я не смогу правильно относиться. Передай там, послушай. Потому что Творец создал меня в желании получать в неисправленном. Ну так что? То же самое, и Хасид тоже неисправленный. Но у меня есть Рав, который учит меня тому, что я должен достичь обратного свойства, подобие свойства. С помощью слияния с ним, как вы сказали, что есть пластилин. Для чего мне нужно величие Творца? Дани. У Хасида есть немедленное вознаграждение, а у ученика с Равом он работает над целью творения. Ему нужно, чтобы что-то его поддерживало в пути. Хорошо, это уже верно. То есть усилие, которое является вознаграждением в глазах Хасида, для нас, почему для нас усилие не является вознаграждением? Ведь это же настолько почетно, везде описывается в разных местах, что я прилагаю усилие, затем получаю соответственно, вознаграждение, работаю для получения вознаграждения, а если я работаю не ради вознаграждения, то для него само усилие становится вознаграждением. Здесь это против природы, это то, что мы читали в начале статьи, это против моей нынешней природы, поэтому мне нужно величие Творца, чтобы я смог продвигаться. Ханох. Вы сказали, что ученик это исходит из желания отдавать. Верно. И тем не менее.
Джон из Чикаго говорит, что без гадлута Боре, что захити, нельзя ощущать рав, как эмцаи, а дорог для гадлута. Творца невозможно почувствовать рава, необходимо. Это еще более точно. Очень хорошие ответы. То есть без величия Творца я не чувствую יותר גדול своего учителя адам, שבעולם. Больше, чем любой человек в этом мире, потому что эго все время растет. Мое эго, хасид эго не растет. У него нет, собственно, понятия эго как такового. Его эго – это эго материальное. И его животное не растет. Тогда как ученик, который находится рядом с учителем, науки Каббала, для него эго все равно все время растет, и он все время отменяет ему рава, его учителя, и поэтому у него нет выбора. Он обязан раскрыть Творца. Он обязан раскрыть величие Творца. Важность Творца, важность цели, чтобы сейчас достигалось, не сейчас, в будущем, для того, чтобы у него была возможность отдавать учителю. А отдача учителя будет тогда ему, тогда он ей воспользуется как энергией для того, чтобы продолжать. Посмотрите, насколько здесь виток, который исходит с поверхности «дай возьми» соотношение на уровне желаний переходит на уровень намерений. Об этом надо еще говорить, это все еще непонятно. Это все еще не в ощущениях. Да, Ханох. Вот эта тема, ученик, это исходит из желания отдавать. То есть, пока я не нахожусь в отдаче, то я не являюсь учеником. Я хасид. Верно. В лучшем случае. Ты находишься, как это называется, в подготовительной группе детского сада. А как мне перейти в следующий класс? Миткаблим ликита руханит элю. В духовную школу принимаются те, кто готовы двигаться с полной преданностью относительно учителя и относительно Творца. И относительно группы. То есть для них все время должно быть важно все, что находится вне их желания получать. Другими словами. Но и у хасидов есть преданность своему адмору. Разумеется. Так в чем разница? Отличие в вознаграждении и в цели. Вознаграждение получается тут же, на месте. Это очень большая преданность, но только земная, потому что достигается тут же, поддерживается население. Он принимает, получает и этот мир, и мир грядущий. С верой, что получает это от окружения. В то время как здесь ты от окружения получаешь только ахвана, направление. Но реализация возможна только с помощью света, получения света, возвращающего к источнику. Ты никогда не увидишь важность учителя. Никогда важность в учителе. Сколько бы ты другим не рассказывал, все это ложь. Им ты можешь рассказывать, не мне. Нет важности учителя, кроме как, если эта важность придет свыше. Важность учителя зависит от важности Творца и связи с ним. А то, что я получаю от группы, что такое? Когда все время говорят о величии рава, что это такое? Это для того, чтобы начать все это и понять, раскрыть, что у тебя нет никакого величия и важности рава. Абсолютно. А если есть,
значит, ты хасид. То есть я должен... Ты должен раскрыть, что он больше всех. Большой, знаешь, как дед говорит. Но через это ты понимаешь, что... Что это... Ну, только говорится. Можно эту точку заострить немножко, уточнить? Но что значит батух, больше всех? Я уверен, что... Я уверен, что здесь есть очень много людей и в мировом кли, что видят вас самого важного человека в своей жизни. К чему вынуждает их это? Относительно их эго, ответь мне. К чему это вынуждает? Да, ну вот Эйнштейн великий. Там, ну кто еще великий, не знаю. Нетаньяу великий. Нет, они стараются делать все, что вы говорите. Они едут часами, чтобы увидеть вас. Хасиды делают это без проблем. Да, вот я стараюсь понять разницу. Разница в цели. Для того, чтобы раскрыть Творца над их эго, над желанием получать, они это делают. То есть это усилие для того, чтобы приобрести килим отдачи, или это усилие для того, чтобы наполнить килим получения. Ну? Я не хочу говорить что-либо ни в коем случае. Принизить женскую функцию. Но вот у женщин есть такое свойство. Прийти, послушать, посидеть рядом, так посмотреть. Ну, так вот. Это природа нуквы, действительно пассивная. Уменьшили силы его, как у нуквы, то, что называется. Женщины могут приходить, приезжать издалека, из Австралии, в Израиль на полдня конгресса. Это очень большая работа. Очень большое усилие. Но это отношение, кстати, относительно женщин, это является... Это каббала, это духовное. А для мужчин этого недостаточно. Как это? А вот так. Да, Рами. Человек пробуждается точка в сердце, у него меняется направление. Он понимает, что желание получать он не сможет наслаждаться, как раньше. Желание получать наслаждается не от того, что в нем есть, а от того, что он ожидает получить. И он понимает, что не получит наслаждение. Но если точка в сердце направляет его на изменения, а не наполнение, и изменение, это значит быть другим, скажем, ну как мы говорим, как творец, отдача. Когда он смотрит, что я должен сделать по пути, чтобы достичь вот этого нового наполнения. Есть рав, есть группа, есть книги, и они воспринимаются как средства. Где ты все это видел? Дорогой, где ты видел, чтобы человек стремился к изменениям? Если ты стремишься к группе, к раву, к учебе, к книгам, ты стремишься к тому, чтобы наполнить себя. Где ты видел, чтобы устремлялись к изменениям, к внутренним исправлениям? Иногда через сильное разбиение сердца ты можешь как-то выдавить из себя, ну что делать, я должен измениться. Но это состояние, которое происходит доли секунды во всей жизни. А ты говоришь, нет, я прихожу в группу, я обращаюсь к книгам, к раву, и ко всем для того, чтобы исправить себя. Так вот. Они лоруют это дворима или кольках. Я не очень-то наблюдаю все это. Нет, наверняка это исходит из большого разочарования, отчаяния. Мы снова пытаемся найти желание получать какой-то вкус и снова получаем по голове. Но если за эти доли секунды я стараюсь достичь изменения, стремления к Творцу, я отношусь к понятиям рав, группа, книг, как к средствам, а не как к цели. И в моем старом разуме это не является чем-то большим.
Это средство взять что-то и пойти дальше. Это в нашем мире. Поскольку у тебя есть усилия и после усилия вознаграждение. Берахониют и гия и сахар. В духовном усилие является вознаграждение. И работа, и работы, и всеми благами, и оплатой, и все вместе. Поэтому цель важна так же, как и средство, потому что средство само по себе превращается в средство, в цель. Потому что ты находишься в мире бесконечности, и раскрываешь его, раскрываешь целиком. Когда ты смотришь его на полностью раскрытое, то все было и раньше. И сейчас все находится на уровне бесконечности. То есть все предметы, все составляющие, все, что происходит, все, что было, все, что есть, все находится на уровне бесконечности. То есть со 100% важностью. И это не было ни средством, ни результатом. Или чем-то еще. Все складывается, все времена, все случаи, все складывается вместе. Как он говорит, что берет его в прошлое, здесь мы сидели, а здесь мы смеялись, а там как бы что-то произошло, помнишь? То есть магия или вот там куда-то хибур и худ. Сходится в точку объединения, единства и цельного зивога. Я хочу сказать еще о средствах. Я вижу своего опыта, что есть такие периоды, что учеба важна для меня, стараюсь углубляться, читать, то рав, я стараюсь четко соблюдать советы, то товарищи, только товарищи, ничего больше. Как можно найти правильное равновесие, потому что можно запутаться, если рав товарищи и учебы, тогда это хасидизм. И поэтому пишет Рабаш в послании... Какой номер? Юдзайн? 17-м. Исраэль Тхучевриху. Исраэль Творец. В 17-м послании пишет, что мы должны стремиться познать Творца, как работать на Него. Что это значит? Узнать, как работать. Там он говорит, что нить, которую продевают в угольное ушко, то, что необходимо делать. Каждый раз я должен заботиться о том, как я нахожу эту возможность протиснуть себя, это правильное усилие, относительно правильного цели. Это означает, именно к этому нужно стремиться, стремиться к работе. Это означает, как угольное ушко и продеть нить в иголку. Я ожидаю этого. Знаешь, так же, как портной, еще один шажок. Еще как один виток, чтобы прошить что-то. Так я устремляюсь. Как сделать что-то конкретное, что лежит передо мной, и сделать это правильно. Мы не то чтобы рассеиваемся. Наше рассеяние, оно не на поверхности. Оно совершенно на другом уровне отношения. Вместо намерения мы прилагаем усилия в действиях. Вместо... относиться как ученик к раву, мы относимся как хасид к адмору и тому подобное. Так что я прошу, дай мне правильное место и выставь меня перед правильным действием и сделай, собственно, это действие тоже. До конца. Ну, уже сделай и все. Это на самом деле правильная просьба. Но просить в этом работа. Когда мы говорим о большой работе, это к тому, чтобы достичь просьбы. Это и называется на самом деле быть рабом в руках Творца. Как конь под всадником. Такие писания. Дадим несколько минут нашему товарищу Глизерину. Да, от женщины есть несколько вопросов. Когда фараон
шлита в махбит, берет власть, и отягощает, как не нанести вред другим в таком состоянии. Когда фараон побеждает внутри человека, как в таком состоянии не причинить вред другим? А даже если человек вредит другим, он не может владеть собой. Этот вопрос некорректный. Если я нахожусь в состоянии, когда властвует мною желание получать, я в такой ситуации, когда меня вообще ничего не волнует. Я могу наорать на группу, я могу наделать глупости в таких состояниях. Человеку прощают просто и все. Каждый отрицает через собственные недостатки. Он по-другому не может. Он не ответственен. То есть вопрос нерелевантный. Он... Я не осознаю самого себя. Сейчас мной управляет эго и все. В таком состоянии... Ну хорошо. Пусть она немножечко взорвется. Мы понимаем, что это возможно. Может быть такое. Кен. Да. Нет, я это объясняю это всем. Всем группам. На самом деле, да, если человек на самом деле работает над собой, и он в падении, и происходит с ним в падении подобные случаи, мы его понимаем. Это может быть. Это те состояния, которые мы проходим. Кен. Да. Сегодня ощущалась такая тяжесть там с задней стороны зала. Именно сзади женщины впали в падение. И даже вопрос, почему Раф так вдруг тяжело сегодня во время урока, как будто бы тело стало таким тяжелым и так далее. Но это очень хорошо. Замечательно. Как раз как пишет Бааля Сулам, что рад я грешникам, которые раскрываются. То есть, с одной стороны, чувствуют тяжесть. И чувствуют пренебрежение. И чувствуется усталость. И запутанность. И какое-то состояние... Такое отторжение всего. Но с другой стороны, после всех этих ощущений, чувствуют то, что чувствуют. Понимаю, что я в отягощении. Я ощущаю, что я пренебрегаю духовным. Я чувствую, что я хочу спать, вместо того, чтобы я должен был быть бодр. И принимать участие. То есть я где-то нахожусь, а кроме меня есть во мне я, который проверяет, контролирует, проверяет это состояние и говорит, что оно так. То есть я как бы психолог сам себе. Уже человек, находящийся в таком состоянии, или же он... Как это называется? Шизофрения, нахон. Шизофрения, верно. Или он в Кабале, что это одно и то же. В такой дуальности. Это уже хорошо. Это уже уровень. Да. Что значит понять общий хиссарон? Как бы человек обманил себя. И кто тогда поднимает этот общий хиссарон? Человек, который отменяет себя, он отменяет свой эгоизм. Но поднимает ман не из эго, а из желания получать, из точки в сердце. Дальше. Пусть подумает. Я уже ответил. Как удержаться в той точке, когда человек находится над состояниями, и он сейчас чувствует, что упадет в состояние. Как удержаться в этой точке? Ухватиться за товарищей и быть с ними. Когда я говорю о таких вещах, это не исходит от женщины. Я просто чувствую, что это исходит из мужской ее части. Даже и язык так выстраивается. Ответы. Все, время закончилось. Мы должны сказать всем спасибо. Мы вместе встретимся сегодня. Когда? С 10 утра у нас уже в 10 уже начнется трансляция. А когда трансляция?
Ну, локатов эцлейну. Ну, у меня это не написано. Бегицор, бемеш, хайом, вакаша. Хорошо. На протяжении дня я... Аля духан. Я сегодня поднимусь на кафедру. Бе хад вахэцэ. В час тридцать. Безманэйну, бе хад вахэцэ. Час тридцать по нашему времени и до трех. То есть полтора часа. Я провожу беседу и семинар. До этого у нас будет собрание товарищей от полдвенадцатого до полпервого. Я думаю, что это будет, будет транслироваться. Я поэтому приглашаю всех наших товарищей со всего мира следить за трансляцией, которая будет транслироваться по Свиватова с 11.30 до 12.30 в лесу Берешит, а с час 30 до и полтора часа до трех я в вашем распоряжении, беседа и семинар, затем танцы и еще танцы, и еще, и еще. Будьте с нами на сайте Свиватова. Всем хорошего дня. Удам из Худера, так что это было. И то же самое объявление, только немножко по-конкретнее. Кемидей шана, ану йоцим гамайом лепикник ענק של חיבור ביער בראשית. Каждый год мы организуем пикник. Сиха משותפת עם הרב לייטמן, סעודה חגיגית, פעילות להורים ולילדים, והרבה שמחה. היום יום חמישי, החל מהשעה 10 בבוקר, יער בראשית, פארק הירקון על גבול רמת גן, תל אביב. לפרטים והרשמה 1-700-509-209, ובאתר Всем туда, 209 или как все. Всего доброго, до следующих встреч. לעבור גם אותם בספינה הזאת כולנו מפליגים מתוך ליבנו בין גלים האיחוד ובנו לכיוון אחד זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר תנו לעצב לחלום זו רכת חלב אלו סוף מכאן הפיץ את הבשורה נגרש את השרה עם איש אחד בלב אחד העולם יהיה מאוחד במזרק הנהבה נפריח את השממה זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר יחד